Надежда Сергеевна. Ой, что, я заснула? Да. А вы когда последний раз нормально отдыхали? Все хорошо. Просто смотрела. Ты что-то хотела? Да, мы Вику провожаем. Все вас ждут. Точно. Угу. Вы кричали во сне. У вас опять кошмары? Может быть, возобновим терапию? Не стоит. Это не часто случается. Мне-то хоть не рассказывайте. Я пока еще умею разбирать, когда вы меня водите за нос. Пошли. Так. Вот теперь. Кушайте. Молодцы. Ну, что тут у нас? Прелесть. Я хочу сказать огромное спасибо вам всем. Нашему доктору Валентине Ивановне. Вы меня просто по кусочкам собрали. Юлии, психологу, огромное спасибо. Помогли найти себя в новой профессии. Теперь я ни от кого не завишу. Да бросьте, я только подтолкнула. Женечке, юристу. Только благодаря вам я теперь не бездомная. И, конечно же, спасибо вам, Надежда Сергеевна, за то, что вы создали этот центр, за то, что собрали всех этих прекрасных людей, за то, что дарите жизнь тем, кто потерял все. Я не знаю, как вас отблагодарить. Так, просто будь счастлива. Пашка, а? Молоток подай. На, ты что несешь? Тебя не спроси. Это Киянка. Молоток вот. А ты над братом не смейся. Не знаю, что-то напрягает меня этот мужик. Да он в доме прислуги живет. Он после 10 нос не кажет. Уверен? А если... Если. Да норм все будет, че... Хозяйка с вещами уехала по-любому с ночевкой. Дом наш. Глаза бы ему лишний раз не мозолил. Поехали. Забираем инструменты. Все, пошли. Девочки, на той неделе жду всех на новоселье. Сядь, я сама разберусь. Нинка! Ах ты скотина! Вы что себе позволяете? Вы зачем нам окно разбили? А вы мне семью! Нинку мою забрали, внушили ей черт знает что. Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас я тебя успокою. А теперь послушайте меня. Нина здесь, потому что неделю назад вы сломали ей нос. А месяц назад – ребра. А ну отпусти меня! Я знаешь что? Я на тебя заяву ментам накатаю. А вот в этом я вам с удовольствием помогу. Стой! А ты с нами в шашки поиграешь? А ты рыдать не будешь, если не проиграешь? Буду. Ну, пошли тогда. Всем привет! А я пораньше вернулась. К дочке жених заявился. А вы тут как? Здравствуйте, Алевтина. Мы продуктивно, сами видите. Эй! Это вам! Почти все закончил. Надо же, какой ты ответственный. Другой бы баклуши бил, пока хозяйка в отъезде. Бездельничать не привык. Вижу и ценю. Но иногда надо же и отдыхать. Пойдем в дом.
Выпьем вина. А мальчишки пусть пока у себя поиграют. Да знаете, может, я к себе устал за день. Ладно. Только пока не ушел. Свет на кухне не посмотришь? Мигать начал иногда. А я тебя все забываю попросить. Будет сделано. И машину мою в гараж загони. Вещи занесешь? Ну что ж, накрылись наши шашки. А если она его насовсем заберет, мы тогда маму точно не вернем. Спасать его надо. Есть план. Я его из Крыма привезла. Оставила для особого случая. Вроде работает все, ничего не мигает. Ну я же говорила, иногда. Сейчас вот не мигает. Да бог с ней, с лампочкой, спускайся. Завтра поменяешь. А сегодня давай просто поболтаем. А-а-а! Что это? Сейчас начнется. Ага. Извини, что под конец дежурства. Ничего, ты знаешь, всегда рад помочь. Тем более я у тебя в неоплатном долгу. Как там Соня, родила? Обещаю, через недельку, так что скоро стану счастливым дядей. И все благодаря тебе. Спасибо, что тогда отговорил ее сделать аборт. Да ладно. Так. Это вы у нас потерпевший? Я? О, а вот это, незаконно меня удерживает. Батарею приковала ни с того, ни с сего. Ишь, заливает. Сам набросился, вот тебя и угомонили. Ща киношку промотаем, посмотрите. Сам я тебя успокою, гадина проклятая. Ловко вы его, Надежда Сергеевна. С таким контингентом и не такому научишься. О, отпускаете? Правильно. А вот этой бандитке 15 суток влепите. Влепим тебе, если еще раз барагозить начнешь. А пока сутками обойдемся. Давай, в обезьянничаю. Чего? Нина! Что я сказал? Разбитое стекло он вам оплатит. Угу. Слушай, у тебя будет минут 15? По личному делу. Да, конечно. Пойдем. Вот поканцы, а? Алевтина, вы уж простите пацанов, это дети. Ну что с них взять? Дети? Да по ним тюрьма плачет. Сколько они мне имущество попортили. Так я ж все починил. А нервы мои ты тоже починишь? Но можно же куда-нибудь их деть. Но интернаты же всякие есть. Вы вообще себя слышите? Это мои сыновья. А это мой дом, в котором вы живете, едите. Даже деньги получаете за ваше ковыряние в заборах. А ты неблагодарный. Да я-то здесь при чем? Что? Мне надоело за тобой бегать. А ты-то знаешь и веревки из меня вьешь. Че? Да я даже не думал. Короче, Гробов, или кончай ломаться и будь со мной, или проваливай вместе со своими чертятами. Под твои критерии попадает вот эта девочка. На данную не смотри. Приемные родители очень часто меняют фамилию и даже дату рождения. А как ты понял, что это она? По дому ребенку, куда она в младенчестве попала. В 2003 году. Где она живет? Я поеду туда прямо сейчас. Надь, ну не гони лошадей. Во-первых, адрес пришлют только завтра, да и... Ты столько лет ждала, я думаю, что один день ничего не значит. Значит, Толь. Ты не представляешь, чего мне стоит каждый день без нее. Привет, привет. А я за тобой. Оперуполномоченный Анатолий Черныш. Кирилл Бухарин, департамент городского строительства. А что у нас здесь делает доблестная полиция? Надеюсь, не Наденьку мою арестовывает. Доблестная полиция уже уезжает. А свободе вашей Наде ничего не угрожает. Какие у тебя интересные знакомые. Не жалуюсь. Едем? Да. Самолоку, наверное.
Так что, нам-то проще, блин. Ну что, молодняк, готовы? Все, пошли. Давай-давай, я пошел. Отодвинься, ты чё прижался ко мне? Сам отвали. А ну, угомонились-то. Ну и чё? Отстань, сам отстань. Лучше гостиницу в интернете поищите нам. Ночевать негде. Ща. Нашел. Парк-отель «Гольфстрим». 5 звезд. Стандартный номер 9000 за ночь. Ничего себе. Нет у нас столько денег. Ищите что попроще. Нету, пап. Попроще все забито. Ну ладно, в машине поспим. Че, нам привыкать? Да, пап? Нет, Пашка. Не хочу я, чтобы вы к этому привыкали. Сигналка не включена. Странно. Че странного? Ну забыл тут типа врубить, когда уезжал. Тебе меньше мороки. Пошел, пошел. Давай. Давай, вскрывай. Сделали, в машине вас подождем. Стопэ, тебе доля за сигналку полагалась. Сигналка была выключена. Отработаешь иначе, пойдешь с нами. Она тоже с нами пойдет. Может, мы сейф в доме найдем, а? Леш, может, не надо? У меня плохое предчувствие. Че вы там шепчетесь? Че, лыжи мылишь? Че, денег на малого уже не надо, да? Надо. Я пойду, а Рита пусть в машине подождет. Иначе отбой. Лады. Нехай на стреме сидит. Если понадобится, позовем. Давай. Иди. Пошел. Денег стоит. Саш, ты вернулся? Тихо. Цацки снимай. Цацки снимай. Там машина. Вы что? Входим. Мне что, свидетель нужен? Давай, блин, вали. Нет, ей помочь надо. Придурок. Помогите! Помогите! Да, вооруженное нападение. Есть пострадавшие. Ранение предположительно в области печени. Присылайте скорую, полицию. Загородное шоссе 32. Ради такого коньяка стоило сбежать с совещания у мэра. Французский? Конечно. А вот и закуски, господа. Пожалуйста, угощайтесь. Может, у французов коньяк и хороший, зато у нас самые красивые женщины. Вы очаровательны, Наталья. Благодарю вас. Дорогой, если что-то еще понадобится, зовите. Конечно. Ну, Андрей Павлович, говори, зачем звал? Мы ведь завтра и так встретимся. На вечере, в честь начала реновации. Да, вот о ней и речь. Я бы хотел внести некоторые изменения в презентацию на завтра.
А добавить еще один квартал. Вот здесь, улица Лесная. Там много свободной земли, а она занята ветхие строения. Я думаю, пару новостроек лишними там не будут. Борис, покажи расчет. Угу. Выглядит здорово. Только есть там один социально значимый объект. Кризисный центр помощи женщинам. Он так важен? Ну, администрация города должна поддерживать такие заведения. Это повышает лояльность избирателей. Мне кажется, на сегодняшний день я ваш главный избиратель. Скажите прямо, проблема решаема? Держись, держись. Сейчас, сейчас. Все лежат! Лежать, я сказал! Руки за голову! Руки за голову! Что там? Поздно. Что вы творите? У нас же ребенок будет, а вы Леху топите! Да не бойся ты, девочка! Мы с тобой по-доброму! Мы теперь тебя и твое пузо беречь будем, пока ваш папашка на нарах загорает! Да пошли вы! Ты чё ты? Вы чего? Тормози! Куда она могла деться-то, а? Кирилл, будильник не сработал. Это я его выключил. Имею я право с любимой женщиной утром пообниматься. Надь, ну давай еще 5 минуточек. Не могу, Кирилл. У меня интервью с Большого. Если опоздаю, я упущу возможность рассказать людям о центре. Может, спонсоров найти. А это очень для меня важно, ты же знаешь. Надь, скажи, а я когда-нибудь стану для тебя так же важен, как твой центр? Может быть, ты наймешь себе управляющего, назначишь его. Я готов лично профинансировать эту должность. Не получится. Этим делом надо жить, а не воспринимать это как работу. Таких людей мало. Повезло мне встретить женщину, каких мало. А мне мужчину, который терпит меня. Помнишь, что у нас вечером? Конечно, прием в администрации. Да. Тебе есть в чем пойти? Там дресс-код. Конечно, есть. У меня полно одежды. Все, пока я опаздываю, страшно. Да уж, полно. Ну, что там? 2 часа я искал, нет ее там. Я не знаю, проселочная уже давно слиняла. Да нет тут проселочной, одна топь кругом. Шлепать ей некуда, только на трассу, а тут мы. Она это знает. В лесу девка ныкается хорошо просто. Может, она утопла? Значит, хана нам, если она утопла. Ее фраер точно нас медам сдаст, так что зенки разуй. Пошел, вон она! Не в город, в больницу Садитесь. Надо.
О, уже чистосердечное накатал. Позвольте, надо же, какой самостоятельный. Сам дом влез, сам обнес и сам прынул. Слушай, Белов, у меня к тебе пара вопросов. Так, чисто для самоуспокоения. А ты чего не сбежал-то? Остался помогать. Опомнился. Жалко стало. Жалко стало. А орудие убийства где? Выкинул. Куда? Ты же из дома не выходил. Краденое где? Белов, давай по чесноку, а? И дураку ясно, что у тебя были подельники. Сдашь их? Скостишь срок? Нет? Пойдешь по полной. Думай, Белов. Ну и ладно. Мне же меньше мороки. Пакуй его. На выход. Чем же они тебя держат-то, а? Остановите, пожалуйста. Ёлки, так ты ж в больницу хотела. Мне легче стало. Вот там. У рынка? Пожалуйста. Вот ваш вопрос, и список согласован с Кошкиной. Угу. Так, это что, все, что ли? Так, а где вопросы про нее саму, что ее натолкнуло на этот путь и так далее? Где? Вычеркнуты. Она отказывается поднимать тему личной жизни. Ах, вот оно что. Угу. Очень зря. Такие вопросы лучше всего заходят, потом отдашь. Помягче. Простите, надо тон снять. Угу. А вы опять ударились? А тебя это не касается, работай. Угу. Доставка для Большого и Натальи. Спасибо. Красиво, вазочку поставь цветы. Это от мужа. Он у вас такой внимательный. Всем бы таких. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Включайте уже, сейчас начнется. О чем молчат женщины? Юные, зрелые, одинокие и с детьми, обеспеченные и не очень, о чем они никогда не расскажут даже своим самым близким людям. Вот об этом нам сегодня поведает основательница реабилитационного центра для женщин Надежда Кошкина. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Наталья. К сожалению, молчат о многом. Молчат о том, что их бьют, что некуда идти, что остались одни с ребенком на руках, о том, что нет денег. Попав в тяжелую ситуацию, женщины порой не видят выхода и не знают, куда обратиться за помощью. И ваш центр, который в народе называется просто «Кошкин дом», как раз принимает именно таких женщин, верно? Да. Любая женщина, попав в трудную ситуацию, может прийти к нам. Наш центр находится по адресу улица Лесная, дом 15.
Свидетеля можешь отпускать. Вас вызовут в суд над Беловым. Там вы просто повторите свои показания. Суд? Я ушел. Так быстро? Я тоже удивлен. Но зато преступник будет точно наказан. Да, только Алевтина это не вернет. Но вы сделали все правильно. И помощь вовремя оказали. Да и пацана этого аккуратно вырубили. Армию? Так точно. Прапорщик в отставке. Ну, подготовку проходил. Давайте закончим с документами. Проживаете по месту регистрации? Никак нет. А где? Получается, что нигде. Ну, мы жили у Алевтины Петровны, а теперь сами понимаете. Но это сезонно, а до этого? В общежитии, пока пацаны не накосячили. Угу. Квартиры своей нет? Жене отдал, бывший. Товарищ капитан, мы закончили? Если да, решите идти. Куда вы пойдете? Найдем куда. Постойте. Дежурная часть, слушаю. Здравствуйте, мне нужно связаться со следователем по делу Алексея Белова. Белова? Его задержали ночью в поселке Изумруд. У меня есть важная информация. Надежда, спасибо вам большое, это было очень хорошее интервью. Спасибо. Спасибо. Нашему городу необходимы такие люди, как вы. Я стараюсь, делаю, что могу. Вы знаете, я хотела вам сказать, если вам лично понадобится помощь... Вы шутите? Просто я заметила у вас сегодня под глазом... А! Это мне косметолог криворукий попался. Ой, извините. Мне просто везде одно и то же мерещится. Нормально, простите. Нормально. Профессиональная привычка, понимаю. Кристин, проводи гостя. Я надеюсь, наш эфир поможет вашему делу. Конечно. До свидания. До свидания. Поймите, мы не можем всех принять. А чего тогда трепались? Да. Поможем всем. Да, это же нормально. Меня из соцзащиты прислали. Сказали, тут помогут. У нас мест на всех не хватит. К тому же для вашей безопасности вам нужно пройти собеседование, обследование врача. Ага, меня за это время муж прибьет уже. Простите, простите, простите. Надежда Сергеевна, у нас наплыв после вашего интервью. Скажите, чтобы шли по домам, они меня не слушают. И правильно делают. Пусть проходят в центр. Что? Так, послушайте, послушайте. Мы поговорим с каждой. Всех, кто действительно нуждается в помощи, мы оформим. Я вам обещаю. А как же правила? Лида, их жизнь важнее, чем правила. Лучшие годы у меня забрал, а теперь на улицу в чем была. Знать же, что у меня ни работы, ни образования. Как я теперь? Наверняка у вас куча талантов. Просто вы об этом не думали. Наш психолог Юлия Дмитриевна поможет вам найти себя. Спасибо большое. Дочка у меня больная. На операцию приехали. А на вокзале и деньги украли, и с жильем обманули. Порог сердца. Ничего, справимся. Дочку по квоте проведем. Операцию сделают бесплатно. А жить здесь будете? Спасибо. Все сгорело. И дом, и документы, и деньги. И где же вы сейчас живете? Так в спортзале местной школы. На каникулы приютили. А когда занятия начнутся, куда идти-то? А родственники? Детей Бог не дал, а муж был. В МЧС служил. 3 года назад ребятню из упавшего в реку автобуса вытаскивал. Всех достал. А сам... Женя, инициируйте восстановление документов. Нужно добиться, угу, чтобы Тамару поставили в очередь на жилье. Угу. Так, Лида, проконтролируй расселение новеньких. Распредели им обязанности. Сейчас надо съездить закупить продукты своими силами, потому что спонсоры сказали, что поставки на этой неделе не будет. А как я их сама довезу? Мою машину возьмешь. Новую? Которую Кирилл Викторович подарил, не жалко? Нет, не жалко. Я все равно на ней редко езжу, к габаритам не могу привыкнуть. Все, давай езжай. Надя! Здрасте. Кирилл,
А ты чего не предупредил, что приедешь? Здравствуйте, Кирилл Викторович. Здрасте, Лида. Это тебе. Сюрприз. А, ну что ты, не стоило, спасибо. Что там? Ну, открой, увидишь. Надежда Сергеевна! ЧП, Надежда Сергеевна! Трубу в душевой прорвала! Держи! Ой. Только этого не хватало! Подожди, Наденька! Мне бы такие габариты подошли. Я не знаю, Надь, но ключ какой-то дайте мне. На. Да черт! Лида, когда аварийка приедет? Господи, через полчаса, они сейчас на выезде. Что ж такое-то, а? Надо, может, тряпки какие-то принести, я не знаю. Отставить тряпки! Стояк перекрой! Ну чего ты стоишь столбом? В подвале посмотри. Да-да, в подвале стояк. Держи. Ага. Черт, резинки нет никакой. На, пап! О, молодец, сынок. А вы кто, наш новый сантехник? Никак нет. Прапорщик Громов. Ну, вы же говорили, вам нужен начальник по хозяйственной части, да? Ну да. Лида, ты тогда прапорщика отведи просушиться. Угу. Я попозже подойду и там коробку оставь. Угу. Пойдемте. Это вам. Пошли. Какой мужик. Тряпки несем, девочки, надо все вытирать здесь. О, Надежда Сергеевна, там… Ну, какой-то стояк я там перекрыл. Кирилл, это же любимый твой пиджак. Надь, ну не надо, ты лучше уже не сделаешь. Ну, прости меня. Надежда Сергеевна, там военный этот ждет вас. Кирилл. Иди, не волнуйся, все в порядке. Я купил тебе новое платье, иди переоденься. Ты что, спасибо. Встретимся на приеме тогда. Угу. Лидочка, где у вас поблизости приличный магазин какой-нибудь? А зачем вам магазин? Ваш пиджак вполне можно спасти, костюм высушить тоже. У вас найдется полчаса? Серьезно? Угу. Короче, убивал не Леха, там еще двое были. Имен не знаю, только клички Таран и Сивый. Но я могу их описать. А ты откуда их знаешь? Тоже в банде была, а? Нет. Я просто слышала. Просто слышала. А то смотри, за соучастие закрою. Что ты сидишь? Давай, иди. Вы не можете меня прогнать. Что за крендель? Мент, что ли? Она нас что, сдала? Походу. Давай заканчивать дело. Я хочу написать заявление. Поздно, девочка. Твой дружок написал чистосердечно. Без всякого силы и тарана. И сядет надолго. Как? Вот так. И что, ничего нельзя сделать? Ну почему? Можно. Можно на лапу дать. Вернусь на доследствие. Только дорого будет стоить. Сколько? Спрятаться. У нас же есть программа защиты свидетелей. Детка, ты все равно перепутала. Убежище будешь искать сама себе. А теперь не беси меня. Иди. Ну чего сидишь? Пошла. Деньги будут? Позвони. Ну
Но вообще вы нам подходите. И в деле себя хорошо проявили. Но есть одна проблема. А что такое? Контингент у нас особый. Женщины. И большинство из них к мужчинам относятся с опаской. На то есть причины. А, это... Так-то нет, я... Я слабый пол не обижаю. Вот сильными ваших девчонок сделать это могу. В смысле? Пацаны, покажите. Бросок через бедро. Интересно. Ну, тренер по самообороне нам не помешает, конечно. Так я и комендантом, и завхозом, и даже садовником все на одну ставку могу. С вас только жилье, кормежка и присмотр за пацанами. Ну хорошо, уговорили. Вы приняты. Ну что, братцы-кролики, пойдемте обустраиваться? Ой. Тетя Люб! Тетя Люба! Чего? Заселите новеньких? Ладно. Увидимся еще. Надеюсь, я не пожалею? Да нет, хороший мужик. У нас свидетелем по одному делу проходил. Преступника нейтрализовал. Защитник вам не помешает. Ты только из-за него приехал? Нет, конечно. Вот адрес, как и обещал. Толь, спасибо. Да вы мастерица. Пакетик лимонной кислоты и полстакана воды. Вот и все мастерство. Любая женщина должна знать это. Ваши слова, да богу в уши. Готово. Спасибо, Лидия. Лидочка, вы меня спасли. Ну, обращайтесь. Всегда помогу. Радость моя, ты прекрасна. Слава богу, тебя и дальше надо ехать. Ты приняла лекарство? Да, милый, только что. Умница. Ты знаешь, у меня очень хорошее предчувствие. Мне кажется, в этот раз все получится. С Витьком договорились на следующую неделю, понимаешь? В смысле, ты слышал, что он сказал? Вообще нет. Нет. Почему нет? Подожди. Мы же с тобой вот давние так. Друзья. Почему у нас не может быть активного разговора? Пойдем. Здравствуйте. Наташенька, познакомься. Это Кирилл Бухарин. Он будет курировать застройку со стороны городской администрации. А это... Нет, не нужно. Я знаю вашу супругу. Заочно. Ну да, конечно, что это я? Она же у нас звезда. Очень рад. Очень приятно. Господин Юдин, можно вас с супругой? Да. Вот так, встаньте. Отлично. Вот так, да. Сюда смотрите. Кирилл.
Прошу прощения. Да-да, еще поболтаем. Отлично. Хорошо. Спасибо вам. Извини, дорогая, я сейчас. Да, я слушаю. Здравствуйте, Андрей Павлович. Хотели узнать, будете ли вы с супругой пробовать еще одну подсадку? Но для начала не помешало бы дождаться результатов предыдущей попытки. Они уже есть. Наталья Леонидовна была на скрининге утром. Эмбрион не прижились. Мы ей об этом сообщили. Вот как? Вот так, спасибо. Я просто еще не видел свою жену. Отлично. Спасибо, что сообщили. Мы подумаем. Улыбку. Шикарно. Извините, я украду у вас ее на минутку. Конечно. Что случилось? Нет, нет, ничего, все хорошо. Пап, я же говорил, вонять будет. А нечего было всякую ерунду умалевать, тем более вон с ошибками. Я ж тебе говорил, на стенке рисовать надо было. Отвали! А ну-ка не балуйся! Куда ты свои кисточки? Упор лежа! А ты куда? 10 отжиманий. Раз. Помогите. Два. Куда торопишься, подруга, а? Слышь, отпустил ее? Дядь, заткнись. Ну, подойди, заткни. Ой, какой ты дерзкий. А, больно. Папа! Домой шли. Ну, я то их придушу. Уверен, что успеешь? Я сначала ему руку сломаю, а потом за тебя возьмусь. Ай, все, 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 уходим, уходим. Отпусти, отпусти меня. Ты как? Нормально все? Давайте, на помощь зовите. Сейчас все будет хорошо. Вовле, блин, что делать-то? Валить! Подальше. Ну, наконец-то. Я думал, ты не придешь. Как ты прекрасна. Спасибо. Пойдем. Все свои дела закончил? Да, надеюсь. Кирилл. Не надо. Кирилл, я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты так помогаешь мне с центром, за то, что ты терпишь мои опоздания, миришься с моим безумным этим графиком, но ты при этом такой заботливый и внимательный. Мне так с тобой повезло. А мне с тобой. И раз мы такие везучие... Ты выйдешь за меня? Конечно, да. Боже мой, конечно. Радость моя, у тебя все в порядке? Не тошнит, слабости нет? Нет, милая, все хорошо. А, очень хорошо. А может быть, ты что-то хочешь? В спа, я не знаю, на Бали, новое платье, машину, дом? Да я не понимаю, что случилось? Нет, ты скажи, я все оплачу. А может быть, ты хочешь новую программу, а? Или восьмое эхо подряд? Как ты посмела скрыть от меня результаты осмотра? Андрей, пожалуйста, я не хотела тебя злить. Просто у тебя такой важный вечер, я не хотела тебя расстраивать, прости. У тебя очень странное представление о том, что такое важно, и от чего именно я могу разозлиться. Так вот, зол я сейчас. Я вложил в тебя кучу бабла, а ты настолько бесполезна, что даже забеременеть не можешь. Хватит ныть. Приведи себя в порядок и возвращайся. Дамы и господа, настал торжественный момент. Прошу подняться на сцену ответственного за проект Кирилла Бухарина. Сейчас. Спасибо. Я уверен, что жители Южнодонска достойны лучшего. Достойны жить в комфортабельных домах, лечиться в новых больницах, водить своих детей в современные школы и современные детские сады. Скоро это станет возможным. Новые красивые и удобные здания займут место отживших свой век строений. Уже в этом году новый облик получат улицы Центральная, Октябрьская, Мира, Лесная. Волнуется. Проект большой,
Ответственность немалая, но нам не впервой ставить глобальные задачи. За наш город. Господи, что с вами? Что с вами? Как вы себя чувствуете? Вы что, ударились? Я сейчас на помощь позову. Нет, умоляю вас, не говорите, никому не нужно. Пожалуйста, никто не должен об этом узнать. Хорошо, хорошо. Вы можете встать? Да. Все, вставайте. Я держу вашу сумку. Давайте, держитесь за меня. Идемте. Спасибо. Вот так, аккуратно. Стойте. Так. Держите. Да, Кирилл. Надь, что? Ты где? Послушай. Я ничего не слышу. Ничего не перезвоню. Шрам останется, наверное, да? Совсем маленький, незаметный. Главное, что сотрясений нет. Да, знаете, лучше будешь его, чем этот шрам. Ну ладно, куда мне теперь? Тетя Люб, вы постель приготовили? А как же, постели переодеться. Проводите тогда нашу гостью. Спасибо. Я думаю, вам нужно отдохнуть. А любимый подождет. Хорошо. Спасибо. Спокойной ночи. Я так устала. Похоже, вечер удался. А, в этом смысле, да. Здорово. А у вас что нового? У нас ничто. У нас кто? Комендант этот новый на руках принес. Девчонка совсем молодая, а пузо месяцев 7, точно. Грязная, истощенная. Ну не бросать же ее. Да нет, ты все правильно сделала. Завтра мы ее расспросим и медосмотр проведем. Пойдем, зайдем, посмотрим. Клянусь, я понятия не имел, что твой центр под снос попал. В последний момент все переиграли. Пожалуйста, не обижайся на меня.
Я не из-за этого ушла. Вернее, не только. Неважно. Кирилл, ты мне скажи, вот этот новый план, его не переиграть? Может, получится как-то из него убрать наше здание? Надя, там такие деньги замешаны. Но я попробую что-нибудь сделать. Мне это все тоже очень не нравится. Спасибо. И прости меня. Я ведь и вправду сначала подумала, что ты все знал и молчал. Надь, я бы с тобой так никогда не поступил. Мир. Меня что, в глазах двоится? Да не, это нас просто двое. Мы тебя спасли. А где это я? В бабьем царстве. Так папа говорит. А ну-ка ж отсюда. Давай. Привет, спящая красавица. Как самочувствие? Нормально. А мне так не кажется. Давай-ка я тебя посмотрю. Не надо. Давай. Руки! Отвалите. Гляну и отвалю. Отвечаю. Майку задирай. Давай. Ну что, как там наш малыш? Сердечко стучит. А это у нас что? Боже мой. Как я могу быть уверена, что это было в последний раз? Что это никогда уже не повторится? Но ты меня... Хорошо, я подумаю. Да! Андрей, я тебе позвоню. Наталья? Да? Простите, но вам пока не стоит общаться с мужем во избежание повторения истории. Бог с вами, какой истории? Вот к этому мой муж не имеет никакого отношения. Я сама там упала, ударилась головой. Зачем делаю такие скользкие полы? Я помню, какие там полы. Прошу, не выгораживайте его. Я никого не выгораживаю. Знаете что? Я лучше пойду домой. Я вам очень благодарна за все. Вот за это вот. Вот за это. Вот за эту комнату шикарную. Спасибо. Но делать мне здесь нечего. Что ж, мы вас не держим. Тут не тюрьма. Но все-таки, раз уж вы здесь, прошу вас, поговорите с нашим психологом. Очень вас прошу. Ну что, новости есть? Да, ваша супруга уехала с приема с директором женского кризисного центра некой Кошкиной. Как зовут? Надежда Сергеевна. Она вчера была гостьей в передаче вашей жены. Любая женщина, попав в трудную ситуацию, может прийти к нам. Наш центр находится по адресу улица Лесная, дом 15. Значит, все-таки она. А я думал, показалось. А не тут ли это центр в квартале под снос? Точно он. Интересно. Да. Проходи. Садись. Ну что, давай знакомиться. Меня зовут Кошкина Надежда Сергеевна. Как я могу к тебе обращаться? Рита. Рита. А фамилия у тебя есть? Забыла. Тебе плохо? Нормально. Ну, фамилию можно в паспорте посмотреть. Паспорт потеряла. Даблин. Вот такая рассеянная. Ничего страшного. Документы можно восстановить.
если знать больше об их обладателе. Все, хорош. Если ты мне еще под кожу полезешь, кто откуда, я лучше сразу свалю. Успокойся. Я не собираюсь тебя пытать, я просто хочу тебе помочь. Да чем ты мне поможешь, м? Ты что, знаешь, как вот с этим на улице оказаться, да? Знаю. И очень хорошо. Сядь. Помочь я тебе все-таки могу. Кормежка 3 раза в день. Бесплатное койко-место. Присмотр врача, который, кстати, настаивает на твоей поездке в больницу. Почему ты отказываешься, я не понимаю. Не хочу. У меня все нормально. Но это же надо проверить. А если у тебя начнется внутреннее кровотечение? Тогда тебя заберут по скорой, а там они еще активнее начнут спрашивать, кто ты такая, почему ты оказалась на улице, откуда ты. Давай поступим так. Мы с тобой и с Валентиной Ивановной поедем в платную клинику, в платную, и сделаем УЗИ анонимно. Потом вернемся сюда, и ты будешь здесь столько, сколько тебе нужно. А, расскажите, как вы стали телеведущей? Прошли кастинг? Нет, конечно, не было никакого кастинга. Эта передача создавалась под меня. Надо же, видимо, продюсер вас очень верил. А муж не ревновал? Ты глупо ревновать к самому себе. Мой Андрюша есть мой продюсер. Как интересно, получается, ваш супруг еще и ваш работодатель? Да, получается так. Да нет, это только на бумагах, а на деле мы с ним полноценные партнеры. Не сомневаюсь. А, похоже, работа отнимает все ваше время. Неужели вам не хотелось бы как-то еще реализоваться? На данный момент на первом месте в моей жизни стоит карьера. Ну, карьеру вы уже построили. А вы не задумывались о материнстве? Нет, об этом я не задумывалась. Вернее, думать я, конечно, думала, потому что мой супруг очень хочет наследников, но пока мы… У вас не получается. Не расстраивайтесь. Иногда паре требуются месяцы. 5 лет. И 7 процедур ЭКО. И давайте уже мы эту тему закроем, да? Простите меня, Наталья, я не хотела вас расстраивать. Я очень надеюсь, вы задали все вопросы, которые хотели задать? Конечно. Простите, но позвольте последний вопрос. А почему вы вчера решили приехать сюда? Вы можете не отвечать вслух. Просто подумайте об этом. Вспомните все ваши переживания, а потом ответьте сами себе. Вы не боитесь возвращаться домой? Эксперты подтвердили, что застройка лесной улицы нецелесообразна. Это почему? Дело в особенностях ландшафта, а на проспекте Макарова мы сможем построить на 1 высотку больше. Это будет выгодно и для застройщика, и нам будет лучше. Но ведь это же надо переделать часть проектной документации, смету пересмотреть. Так район лесной улицы и так изначально не входил в предварительный план. Его все равно пришлось бы пересчитывать. А прибыль от постройки здания перекроет эти расходы. Аргумент. Ладно, договаривайся с застройщиком. Если проблем не будет, я доложу мэру. Девки, мы как на смотринах. Прошу не отвлекаться. В первую очередь вы должны понять, что женщина, она изначально слабее мужчин. А, понятно. На вашей стороне хитрость, внезапность.
И отвлечение внимания. А отвлекать внимание нужно до того, как муж напился, или после? Ладно, давайте я покажу, что вы можете сделать. Есть доброволец? Ну, давайте я. Подержи сумку. Предположим, я хватаю вас за руку. Ну, можно и так. Как там малыш? Малыш развивается хорошо, а вот у мамочки тонус немного повышен, но не критично. А что насчет травмы? Неполный перелом ребра. Без смещения, внутренние органы не перфорированы. Думаю, что если она будет носить повязку и беречься, к родам костная мозоль уже нарастет. А если не нарастет? Придется кесарить. Эй, вообще-то я здесь. Может, я сама решу, как мне рожать? Решишь? Дарья, распечатайте нам, пожалуйста, снимок. Смотри, это твой мальчик. А забрать можно? Конечно. Скажешь счастливому отцу, что у него будет сын? А тебе какое дело? Он вообще знает, что ты беременная? Помогать как-то будет? Ему бы кто помог. А теперь еще раз скажи, что тебе нужно? Телефон! Вот настырно-то, а! Тебе сказано, телефон только за бабки. Втыкаешь, бабки есть. Нет? Тогда что ты хочешь? Что ты пацанам отдыхать не даешь? А? Шухер по шконкам! Встань! Что тут происходит? Послеобеденный сон, начальник. Ты тоже отдыхаешь? Ага. Заснул на втором этаже и с непривычки свалился. Еще раз шум услышу, в ШИЗО у меня будешь отдыхать. Всех касается. Ясно? А он ничего, крепкий. На! У тебя 3 минуты в кредит. И скажи, чтобы денег прислали. На связь. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Привезли новый образец? Да. Вот. Подойдет? Да, давайте оформлять. Хотела сказать, я восхищаюсь вашей стойкостью. Столько раз мимо, а вы все не сдаетесь. И не сдамся. Буду пытаться, пока не найду ее. Надеюсь, эта попытка последняя. Я тоже. 3-4. Еще раз. Молодец. Кто следующий? Может, вы? Нет, нет, я здесь так, за компанию. Давайте я. Хватайте. И не нежничайте. Меня можно и посильнее прижать. Давайте проход за спину. Ой. У меня свои способы нейтрализации мужчин. Еще одна к нам мамки лезет. Может, зеленкой облить? Не, опять выгонят. Отец нам точно наваляет. Ему вроде как здесь нравится. Нравится, пусть и живет здесь. А нам валить надо. Стены мне не развалите. Может, порисуете с нами? Порисуем, порисуем. Куда валить-то? К маме. Угу, только где она? Алиса Громова, гастрольный тур. Концерт Алисы Громовой. Так это ж у нас в городе. Сегодня. Погнали. Да проблемка. Просто так не улизнешь. Надо что-то придумывать.
Не переживай, проблему твою я почти решил. Спасибо, Кирилл. Садись. Сейчас, прости, это Юдин. Алло, здравствуйте. Да, Андрей Павлович, я вам выслал предложение, видели? Видел, и могу посоветовать, куда ты можешь его себе засунуть. Что случилось? У подруги своей спроси. Все, со мной связь держишь теперь только через секретаря. Надь, ты что, знакома с Юдиным? Рассказывай. Я говорила с ментом, который твое дело вел. Он обещал помочь, надо только деньги найти. Нет, главное не рискуй, тебе родить надо спокойно. Если с тобой и с малышом все будет в порядке, то и я в порядке. Время, пацан! Да, сейчас. Мне пора. Люблю тебя. Я тебя вытащу! Вот дурак. Фанатка ваша. Все передачи смотрю. Кому, скажи, не поверят, что у вас тоже в жизни такая ерунда. Вы о чем? Ну, что вас тоже муж колотит. Да вы не стесняйтесь. Здесь почти все такие. Я уж сторожил, третий раз пересиживаю. Сначала-то сразу домой сбегала, а в этот раз уже неделю держусь. Угу. Одно тяжело. По детям скучаю. Смотрите, что болтус мои придумали. Во-во. Ждут меня. Тоскуют. Но надо держаться. Кому надо? Ну, Надежда Сергеевна говорит, и психолог. А свое мнение есть у вас? Есть. Но тут все для меня так стараются. Все делают свою работу. Решать за вас, что для вас лучше, никто из них не имеет права. Если вы так хотите к своим детям, ну идите вы уже к ним. Да? Да. Вы так считаете? Именно так. Ну, раз сама Большого советует. И правда, пойду. А, кстати, а вы сами-то что не уходите? Вот такая. Кто? Крыса! Да ну, этого мне еще не хватало. Отсес потом не отбрешимся. Ну-ка, давайте, показывайте. Ну-ка, тихо. Ну, ничего не видно. Свет надо включить. Не надо, спугнете. Во! Где? Вон она сидит. Да где? Вон сидит. О, Господи. Эй! Закрывай! Давай стул быстрее. Ага, ага, давай. Ну-ка, текаем быстрее. Пошли. Дверь откройте. Здрасте. Ну, пока, девчонки. Буду вас навещать. Ну, давай. А вам, Надежда Сергеевна, за все низкий поклон. Нин, вы хорошо подумали? Вы же так держались. Да не волнуйтесь вы за меня. Все будет отлично. Он у меня прям шелковый стал после вашей беседы. Понял, наконец, что потеряет меня. Я надеюсь, что это правда. Но если что-то случится, мы вас ждем. Все, я побежала. Угу. Ты мой хороший. Сладкий мой. Это тебе. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока, дорогая. Ты мой хороший. Ты мой сладкий. Ну, как вы тут, а?
Мой хороший, милый. Улыбочку. Ну что, поймала? Зови ментов. Зачем? Ты же ничего не украла. А сфоткала зачем? На память. Тебе. Чтобы ты помнила, что по чужим сейфам лазить некрасиво. И что теперь? Да ничего. Иди в комнату отдыхать. Тебе постельный режим прописан, по-моему. Иди, иди. Все нормально. Толь, привет. Мне опять нужна твоя помощь. У нас тут новенькая. Надо выяснить, кто она и откуда. Фото я тебе сейчас сброшу. Угу. Только, пожалуйста, не задавай вопросов про сейф. Хорошо. Спасибо. Да. Вы с кем? А мы не с кем, мы сами. У нас до 12 лет, только в сопровождении взрослых. А у нас там мама. Потерялись, что ли? Между прочим, наша мама Алиса Громова. А я сын Пугачевой. Ладно, проходили, хватит. Не задерживайте очередь, отходим. Вижу. Ладно, что-нибудь придумаем. И все-таки не хотите написать заявление на мужа? Ну нет, конечно. Все, чего я хочу. Это чтобы вы составили соглашение о неразглашении и обязали всех жителей и всех сотрудников центра его подписать. Зачем? Чтобы информация о моем пребывании здесь не вышла за пределы этого центра. Я медийная персона. Я должна заботиться о своей репутации, если вдруг пойдут слухи. Не пойдут, они все понимают, они сами в трудной ситуации. Да в том-то и дело. Они все в трудной ситуации, и именно поэтому с них станется продать эту информацию желтой прессе. Вы вообще имеете представление, сколько стоит такая утечка? Я требую, чтобы понимаю, вы... Я понимаю, я подумаю, что можно сделать, хорошо? Спасибо. Я фен в розетку воткнула, а она как заискрит. Посмотрим. Может быть, там... Где? Где эти обормоты? Сейчас я им дам. Битый час тут сижу. Час? А сами-то они где? А я почем знаю. Уши надрать мало этим. Да, заходите. Вам привезли. Спасибо. Спасибо. Прости, любимая, без тебя жизнь остановилась. Ты так мне нужна. Господи, что я тут делаю? Надежда. А вы куда? Домой. К мужу. Вы знаете, у нас как-то все наладилось внезапно. А вы знаете, мне так часто говорят, наши женщины из центра, но это ничего не значит. Ой, вы что? Вы меня не сравниваете с ними. Я понимаю, вы тут каждый день видите этих несчастных женщин, которых мужья лупят почем зря, просто от безделья. У меня тут другая ситуация. Я звезда, мой муж строительный магнат. Мы как-то по другим законам живем. Наталья, вы о чем говорите? Опомнитесь.
Ваш муж бьет вас. Какая разница, звезда вы или домохозяйка? И по поводу вашего мужа я точно знаю, на что он способен. Я не поняла, вы что? Вы знакомы с ним? Да. К сожалению. Это было очень давно. Вот оно что. Как я сразу не догадалась. Вы вместе раньше были, да? Он вас бросил. И вы решили за мой счет вот так ему отомстить? Наталья. Нет, вы меня забрали оттуда. А потом подбивали написать на него заявление. Вот такая месть бывшему. Молодец. Ой, что это? А теперь еще и продали меня журналистам. Я к этому не имею отношения. О, какая вы предприимчивая. Ловко придумали. За мой счет распиарили свою дешевую ночлежку. Так сядьте. Я разберусь, а потом вы пойдете туда, куда вы хотите. Понятно? Мы хотим поговорить с Натальей Большовой. У вас ничего не получится, потому что ее здесь нет. Вас дезинформировали. Тогда пустите нас в центр, мы сами проверим. Нет, уходите. Вам помочь? Не надо, сами разойдутся. Вот вы где. Вы моих пацанов не видели? Нет. А что, они пропали? Ну да. Ну, мимо меня они не проходили, значит, в окно сиганули, значит, никак. А куда они могли пойти? Да откуда я знаю? Что они перед побегом делали? Шептались. Про мать говорили. Про Алису? Подождите, я с вами. Журналистов не впускать. Угу, хорошо. Ближе не получится, дальше пешком. Александр, я у вас хотела спросить, а почему дети живут с вами, а не с вашей женой? Да потому что ей это не надо. В общем, долгая история. Она была отличной матерью, женой. Петь нам любила. Пацаны взяли и отправили ее песни на конкурс на какой-то. В результате стал выбор. Жизнь звезды или жены полнищего военного. Но я догадалась, что она выбрала. Не, ну я ее не виню. Отдал ей квартиру, детей. А потом у нее начались туры. Она оставила ребят у меня на время, но так и не вернулась. Хотя врет постоянно, что приедет, заберет их. Они верят. Но вовнутрь надо, я муж Алисы, бывший. У вас прям семейный день какой-то сегодня. То сыновья, то муж. Опоздал ты, брат. Концерт закончился уже. Укатил твоя бывшая. А дети где? Вы говорили про сыновей. За ней уехали. Фана там сели на хвост и на вокзал. Черт. Так, без паники. Алло, Толя, ты можешь узнать, на каком поезде уезжает Алиса Громова? Да, певица. Хорошо, жду. Здравствуйте, извините, пожалуйста. А что случилось? Зачем меня позвали сюда? Объявление какое-то. Плохие новости, девочки. Подождите, тихо. Нам только что звонили из больницы. К ним поступила Нина Крымова. Это та, которая к мужу вернулась? Как только она вернулась домой, муж избил ее на глазах у детей. Да сажать его надо. Он в полиции. Детей забрала опека. Но главное, Нина потеряла очень много крови. А группа у нее редкая. Четвертая отрицательная. Нужны доноры. Так у меня такая же. И у меня. Замечательно. Поехали. А машину возьмем у Надежды Сергеевны. Ага. Лида, вы же водите? Да. Сможете нас отвезти? Да, все, ключи как раз возьмите. Давайте быстрее. Я надеюсь, все наварила Надежда Сергеевна. Его не исправишь. Зачем она ушла? Ой, ну это ужасно. Андрей Павлович, добрый день. Это правда, что ваша жена в кризисном центре? Здравствуйте. Вы ее бьете?
Что за глупости? Саша! Как видите, моя супруга здесь, в центре. Мы приехали по делам благотворительности. Еще вопросы есть? Простите за беспокойство. Ничего, спасибо. Ничего. Ты думаешь, это смешно? Мы из-за твоей Дезы столько времени потеряли. В смысле? Я только что видела Большого. О гонораре можешь забыть. Нет, вас обманули. Она в центре, я вам докажу. Здравствуйте! Здрасте. По какому вопросу? Я приехал навестить свою жену. А договоренность с Надеждой Сергеевной есть? Я без нее не пущу. Послушайте, ну я же... Наташа! Все нормально, мы тут во дворике постоим где-нибудь. Ну, ладно. Зовите, если что. Да не понадобится. Ага. Держи. Давай. Алис, все, давай, нам пора. Спасибо. Пошли, пошли. Спасибо, мои все. Родные. Я вас люблю. Мама! 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 Так, отпусти их. Отпусти, это мои сыновья. Привет, мои хорошие. Выросли-то как? Вы здесь откуда? Мы сбежали к тебе. Как сбежали, а папа? Нам не нравится с ним жить. Пожалуйста, пожалуйста, забери нас. Как я вас заберу? У меня гастроли, я все время на чемоданах. Мы привыкли к переездам, только без чемоданов. Ладно. Я с дядей Леней поговорю, хорошо? Подождите. Давай возьмем их с собой, я очень соскучилась. Исключено. У нас тур. Тебя ничего не должно отвлекать от работы. Леня, это мои дети. Я имею право. Как же меня задолбали эти твои капризы. Хочешь поиграть в мать? Хорошо. Оставайся здесь с ними. Штраф за сорванные концерты заплатишь сама. Хочешь быть артисткой? Поедешь в тур без них. Решай. Радость моя. Поехали домой. Я подумаю. Расскажи мне сначала, что тебя связывает с Кошкиной? Ничего, мы не знакомы. Ты врешь. Я еще в машине увидела, как вы друг на друга посмотрели. Вы узнали друг друга, да? Вы раньше вместе были. Ты ее тоже? Как и меня? Это она тебе мозги промыла? Ну, не уходи от ответа. Кому ты веришь? Я же все делаю, чтобы у нас наладилось. Спас тебя от журналистов. Нет, от них ты спасаешь себя. Если они узнают, что ты бьешь жену, твоя репутация конец. Кто это в машине, кстати? Любовница, да? Понятно. Наташа, не зли меня. Ты забыла, кто тебе все дал? Кто из тебя звезду сделал? Мне же стоит только пальцем щелкнуть и пойдешь обратно в свое болото. Быстро домой. Хватит! Я не хочу больше быть твоей жертвой, ясно тебе? Ты правильно сказал, я здесь звезда, люди слушают меня. И они верят мне. И я скоро им расскажу, какая ты мразь. Тебе конец, Юдин. Я все вижу! Я бы на твоем месте так не загадывал. До встречи. Так получилось. А мне плевать, что так получилось. Ты вообще соображаешь, что он за человек? Юдин. Отлично. Наладь с ним отношения. Или ты уволен. Алло. Да, Андрей Павлович, здравствуйте. Я подумал над твоим предложением. Готов обсудить, но только при встрече. Да, и у меня будет условие. Вон они. Сейчас я им задам, вся дурь из башки вылетит. Подождите. Нельзя ругать детей за желание увидеться с мамой. Ну так они... Они прежде всего дети. Вы их отец. Детей важно не только воспитывать, но и любить. Ну и что теперь делать? Ничего, просто ждать.
Ждать? А если она их увезет? Я обязательно вас заберу. Потом, когда тур закончится. А это скоро? Осенью. Хотя, наверное, зимой. Понятно. Через 5 минут поезд. Давай быстрее. Не бойтесь, пацаны. Ругать я вас не буду. И запомните, я вас не брошу. Никогда, слышите? А тетя Люба вам пирог с вишневым вареньем испекла. А она на нас того не сердится? Нет, ей понравилось там в кладовке. Она ж там и варенье нашла. А завтра у нас занятие по самообороне. Помочь, а то что-то не получается у меня. Ты выпытом неправильно показываешь. Точно. А я думаю, что не так. Пойдем. Да, Кирилл. Тебя вообще-то все ждут. Ой, пока. Пока. Пока, братцы крови. Пока, пока, Надежда Сергеевна. Прошу. Интересно, у тебя компания? Это по делам центра. Делами центра вообще-то сейчас я занимаюсь, а ты только подставляешь меня. Извини. Объясни, что происходит и зачем я здесь. Он настоял на вашей встрече. Надежда Сергеевна, очень приятно вас видеть снова. Вместо застройки 12-го микрорайона мы предлагаем застроить соседний 17-й. В этом месте мы... Кирилл, извините, Надежда Сергеевна, а ваш центр в 12-м районе, так ведь? Так вот, в этом месте мы можем построить высотку. Идея интересная. Я бы даже согласился на нее, но... Но господин Юдин что-то захочет взамен. Да сущий пустяк. Собственную жену, госпоже Кошкиной, нетрудно будет вернуть ее домой. Так ведь? А взамен я не просто перенесу застройку, но и обеспечу финансирование вашего центра до конца года. Ну что ж, я думаю, это прекрасное предложение, и мы все на него можем... Что значит вернуть? Я что, у вас какую-то вещь взаймы взяла? Ну, Надь, ты сейчас цепляешься к словам, ну. Ваша жена – человек, личность. Она сама принимает решение. Если она не вернулась, значит, решение принято не в вашу пользу. В таком случае ваша богадельня обречена. Посмотрим. Надя, извините. Кирилл, на вашем месте я бы остался. Нам есть что обсудить. Нет, мне нужно идти. Ты с ума сошла. Я тебе решение на блюдечке притащил. И центр бы сохранила, и деньги бы получила. Ты что творишь? Извини, что я не смогла оценить твои усилия. Я не понимаю, какое тебе дело до его жены. Кирилл, ты не все знаешь. Да я не хочу все знать, потому что мне плевать на его жену. Мне на свою жизнь не плевать. Ты понимаешь, как твоя выходка отразится на моей карьере сейчас? Для тебя карьера важнее человеческой жизни? Это всего лишь одна жизнь, Надь, зато потом ты сможешь помогать всем в тройном объеме. Если я одну жизнь начну воспринимать как разменную монету, значит, все, что я делаю, ничего не стоит. Да. Хорошо, я сейчас подъеду. Ну, опять что-то в твоем центре? Нет, это личное. И, пожалуй, тебе стоит об этом узнать. Вот результат последнего теста. Ну, скрестим пальцы.
там. У тебя есть дочь. Надь. Ты почему мне об этом никогда не рассказывала? Да нечего рассказывать. Я потеряла ее 17 лет назад. Совершила огромную ошибку. И все это время я ее ищу. Как видишь, пока безуспешно. Так, и что будет, если... Когда ты ее найдешь? Я не знаю по обстоятельствам. Если будет хоть малейший шанс воссоединиться с ней, но не ломая ее прежнюю жизнь, конечно, я ее никуда больше не отпущу. Так что невеста тебе попалась еще и с прицепом, так сказать. И центр. Да, умеешь ты огорошить. Скажи, Кирилл, в свете последних событий ты... Ты еще хочешь на мне жениться? Тема для нового шоу. Ой, Кристина, это будет бомба. Домашнее насилие. Да, я помню, что у нас было. Но теперь героиней не буду я. Я больше ничего не боюсь. Я хочу, чтобы люди узнали, что творится за дверями моего дома. Я сначала размажу Юдина по стенке, а потом затаскаю его по судам. Значит так. Завтра утром ты приезжаешь с группой ко мне? Да что ж такое, ни черта не можете без меня. Да я поняла тебя. Через полчаса буду в кафе. Все, жди. Я не знаю, Надь. Я не знаю. Я хочу обыкновенную, нормальную семью. Чтоб дети бегали, наши дети. Барбекю, чтоб по выходным, чтоб шелковое белье в постели. Чтоб жена с работы дома с горячим ужином ждала. Кирилл, ну ты же знал, что я не такая. Ты же сам мне выделил здание для центра. Я думал, что ты, когда центр получишь, ты успокоишься и будешь счастлива. Успокоишься! А у тебя то эпидемия педикулеза от залетной бомжихи, то меты, то трубы рвутся. И кроме тебя разрулить это, конечно, некому. Да я уже к твоему центру отношусь как к личному врагу. Мало того, что он у меня любимую женщину отнял, так теперь еще моя карьера из-за него рушится. А она для меня важнее, понимаешь, важнее твоих страдающих несчастных баб. Не герой я. Понимаешь? Не герой. Я просто обычный парень, который устал чувствовать себя плохим постоянно на фоне твоей святости. Ты неплохой, Кирилл. Ты хороший. Ты очень хороший. Я бы хотела измениться ради тебя, ради нас. Но я не смогу. Черт.
Значит, все? Похоже, что да. Подожди, ну давай я тебя хоть подвезу. Нет, спасибо. Я хочу пройтись, подышать. Андрей Павлович, готовы? Да. Это она? Да. Да. Это Наташа. Здорово. Чем занят? Изучаю биографию Андрея Павловича. Непростой пассажир. Строительная компания своя, шоу на телеке. Бабла немерено. Ничего, от нас не откупится. Это точно. Что там у тебя? Экспертиза? Она родимая. Смотри. Тормозного пути нет, а метрок в 20 от места столкновения. Разгон с пробуксовкой. Большого поджидали. Увидели, когда выйдет из центра и дали по газам. Значит, точно умышленно. Случайным наездом здесь и не пахнет. Что криминалисты? На одежде Большого нашли элементы черной автомобильной краски. А у нашего вдовца как раз черный автомобиль. И надо бы его осмотреть. Да и с ним переговорю. Так что я поехал. Слушай, давай я лучше съезжу. Ты лучше в центр езжай. Ты же там свой. Ну да, ты прав. Ладно, тогда на связи. Давай, пока. Я плохо ее знала. Она провела в центре всего сутки. Но это тоже срок. Как ты думаешь, почему она сбежала и, главное, куда? Боюсь, обратно к мужу. Она весь день к нему рвалась. Я пыталась ее удержать. А зачем? Чтобы защитить. Он бил ее. Ну, знаешь, он мне монстром не показался. Никто из них не кажется. Такие мужчины отлично умеют притворяться Аюде, но он отточил это мастерство просто до совершенства. Ты это откуда знаешь? Я с ним разговаривала и сделала вот такие выводы. Если Наталья погибла не случайно, не удивлюсь, что ее убил он. Но если это так, я это докажу. И он за все ответит. Надеюсь. Знаешь, больше всего меня в этой ситуации радует, что хуже уже точно не может быть. Простите?
Надежда Сергеевна Кошкина? Да. Вам заказное. Лично в руки. Ага. Распишитесь. Здесь? Да. Спасибо. Департамент строительства. Так. Нет. У нас несколько важных новостей. Начну с хорошей. Звонили из больницы. Нину успешно прооперировали. Да. Спасибо Жене и Тамаре. Ваша кровь спасла ее жизнь. О, повезло ей. Остальные новости совсем не радостные. Сегодня ночью погибла Наталья Большова. Ой, Господи. И в связи с этим каждую из вас опросит полиция. И последнее. Здание нашего центра попадает под реновацию. Ой. И в ближайшее время его собираются снести. Пожалуйста. А новое дадут? Нет. Но у вас же есть свой контакт в администрации. Он не поможет. Теперь мы сами по себе. Ну и черт с ним. Сами себе поможем. Пусть попробует нас отсюда выгнать. Ну, да. Да. Мы докажем, да. Что это незаконно. Вот это верно. Да. Почему нет? Да. Танечка, здравствуйте. Это Юлия из Кошкиного дома. Психолог, да. Скажите, а ваш брат еще работает в администрации? Ушел. Жаль. Да нет, ничего. Расскажите лучше, как там у вас дела? Черт, ни одного подходящего прецедента, а у меня, к сожалению, мало опыта в этой области. Ну как мало? Ты же столько квартир по суду разделила. Но то жилая недвижимость, а тут... Не поняла, зарядка сдоха, что ли? Нет, электричество вырубили. Сашка, Пашка, чё? Опять вы отчебучили? Не-не-не, это я. Кипятильник в розетку воткнула, оно как шарахнуло. О, как. Андрей Павлович, где вы вчера находились в районе 10 вечера? Ехал с деловой встречи. Кто-нибудь может это подтвердить? Вряд ли. А что, мне нужно алиби? Вы считаете, что это я убил Наташу? Да нет, ну что вы. Но если бы у вас был хотя бы один свидетель, который вас видел, у нас у всех было бы гораздо меньше проблем. Понимаете, о чем я? Понятно. Давайте упростим жизнь нам обоим. Искать ведь вашу работу. Вот и найдите для меня такого свидетеля. За вознаграждение, разумеется. Да. Понял. А я могу сейчас осмотреть вашу машину? Можете. Но только в том случае, если у вас есть постановление. Оно ведь у вас есть? Нет, пока нет. Вы же не в качестве подозреваемого. Вот именно. Я не подозреваемый, а пострадавший, который добровольно помогает следствию, вместо того, чтобы заниматься похоронами. Намек понял. Ну что ж, я вас более не задерживаю, Андрей Павлович. Вот. Мои контакты. Нужна будет помощь. Звоните. Вы знаете, я могу быть очень полезен. Но в случае вознаграждения, разумеется. До свидания. Ясно. Судя по биллингу, незадолго до смерти Большого звонила своей ассистентке. Рита. Ты случайно не слышала, о чем они говорили? Нет. С какой стати? Я вообще спала в это время. А, ясно. Ну, пойдем протокольчик подпишем. Какой протокол? Да пошел ты. Ничего я подписывать не буду. Девочка, а можно повежливее? Толя, давай девочку отпустим, ей на осмотр надо. Иди, Рит, тебя Валентина Ивановна ждет. Иди, иди. Вообще-то мог ее задержать до выяснения. Не надо. Так я от нее вообще ничего не добьюсь. Ты пробил ее по базам? Начал. Среди потеряшек ее нет, а родители о пропаже не заявляли.
Может, нет этих родителей? Я тоже так подумал. Завтра начну детдома шерстить. Я сначала размажу Юдина по стенке, а потом затаскаю его по судам. Его со времен постройки не меняли, что ли? Это очень старое здание. Когда его строили, электричества еще не было. Тут, кстати, раньше коллеги ваши жили. Кто? Коменданты? Нет, военные. В конце 19 века здесь квартировался генерал царской армии. Ну что, скоро почините? Wi-Fi не работает. У вас тут вообще все чудом работает. Давно должно было накрыться или полыхнуть. Изоленту подай. Да изоленту! Изоленту! Вот. А про генерала это правда? Да. А во время войны здесь сначала штаб дивизии был, а потом госпиталь. Тут кое-где даже старая кладка времен войны сохранилась. Откуда вы так много знаете? Экскурсоводом в юности подрабатывала. Этому зданию собирались присвоить статус исторического памятника, но что-то не сложилось. Ладно, пока так, потом по уму до дела. Так, стоп, если памятник истории, значит, охраняется государством. Где, вы говорите, эта кладка? Ну, Тамара. Тамара, вы умница. Я дала всем девчонкам твой номер. Если они что-то вспомнят, они сразу позвонят. Спасибо. Хотел спросить про ту девушку. Ты делала тест? Да. Но родство не подтвердилось. Жаль. Угу. Я был уверен, что вы даже чем-то были похожи. Ладно, я буду продолжать поиски. Нет, Толь. Давай пока по времени. Здравствуйте. Не до того сейчас. Поиграй, сейчас я приду. Боишься очередного разочарования? Ну, не то чтобы, но мне надо к нему подготовиться. Надя. Все нормально. Мне очень повезло, что ты мой друг, Толя. Ты всегда рядом. И всегда буду. Спасибо. Ну ладно, пока, я пошел. В общем так, если мы докажем историческую ценность здания, то его нельзя будет снести. Вот. Точно, Женя? Ну, по сути, да. Но? Ценность нужно доказать. Придется сделать запрос в архив Министерства обороны, но ждать ответа оттуда можно долго. У нас нет времени. Что же делать-то? Пытаться найти другие доказательства. Документы, артефакты, архитектурные особенности. А, артефакты, где мы их возьмем? Надежда Сергеевна, пойдемте, я покажу. Во всем подвале кладка древняя, а эта стенка военных лет. Вот она. Я не думаю, что этого хватит. Простые кирпичи ценности не представляют. А, так может, цена то, что за ними? Слышите? Пустота. Вы что, хотите разбить стену? Если вы не против. Ну-ка, пацаны, отойдем. Пару ударов и... О, даже один. Ух ты, сейф! Это что, кладовка? Похоже на то. Но использовалась явно для других целей. Разойдись! Если мы найдем что-то ценное, то только в этом гробу. Стойте! У меня есть идея получше. Ух ты!
что прислали, номер скрыт. Но теперь герой не буду я. Я хочу, чтобы люди узнали, что творится с дверями моего дома. Я сначала размажу Юдина по стенке, а потом затаскаю его по судам. И еще. Степня, 2 ляма малым. Завтра ты идешь за город. Указание получишь в дороге. Или я солью это кино в полицию. Что делать? Что делать, что делать? Деньги готовь. Надо выманить гада. Угу. А потом? А потом сюда везем, вместе с баблом. Сам с ним поговорю. По душам. Понял. Так, пилка, я это не откупорю. Инструменты есть? Пожалуйста. Помочь, может, чем? Нет. Так. Это. И вот это. Ты что творишь? Так надо. И не мешайте. Так. Черт. Гребаное корыто. Не ругайся. От этого корыта зависит будущее нашего центра. Спокойнее. Кажись, есть. Ну что там? Что, что там? Что? 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 Ну что? Опять бумажки. У вас хоть что-то ценное есть? Дай-ка. Аккуратнее. Ух ты. Эти бумаги, они сейчас ценнее золота. О. Да, она звонила мне. Сказала, что хочет снимать программу в Кошкином доме. Велела собрать группу. Мы договорились с ней встретиться. А где? В кафе «Весна» на Савинском. Я приехала. Просидела там час, но она так и не пришла. А утром... В новостях передали. Просто кошмар, поверить не могу. Кристин, вы соберитесь. Мне очень нужна ваша помощь. А какая была тема передач? Мы не успели с ней это проговорить. Пожалуйста, давайте закончим. Я больше ничего не знаю. Да-да, конечно. На сегодня все. Но вы из города не уезжайте. Мне вы еще понадобитесь. Заходи. Тебе что-то нужно? Да. Денег на такси можете дать? Я потом верну. Могу. А я могу спросить, куда ты собралась? С трещиной в ребре. Ты и так еле ходишь. Ну я же вас не спрашивала, на кой вам сейф приспичило вскрывать. Вот и вы, не лезьте не в свое дело. Ну хорошо. Возьми мой телефон. Тип-контроль. Ну какой контроль? А вдруг тебе станет плохо и понадобится помощь? Сразу звони. Достаточно? Да.
Тоже мне мать родная нашлась. Что? Ничего. А ведь ты же спрашивал, где я с Наташей встречаюсь? Зачем? Чтобы убить ее? Я теперь соучастница, да? Тише, тише, тише. Я никого не убивал, просто... Просто так получилось. Поверь, я сам раздавлен. Конечно. Конечно, это страшная трагедия, но... Но давай посмотрим на это с другой стороны. Она же открывает новые возможности. У тебя теперь будет свое шоу. Ты же давно хотел занять место Натальи. Ну... Ну, представь. Вся в черном. Со слезами на глазах. Это будет просто бомба. Не говори так. Это ее фраза. Как скажешь, звезда моя. Подлинники. И сохранность неплохая. Они, несомненно, представляют интерес. Документов первых лет войны сохранилось меньше всего. Сами себе представляете, какая была ситуация в 41-м году. Да, да, я все понимаю, страшное время, но что насчет здания? Признаю его исторически значимым. Уж больно вы, молодой человек, шустрый. Нет, конечно, ваша история о замурованной комнате меня впечатлила. Ну? И история здания богатая, но... Ничего обещать не могу. Ясно. Ну, я на эстакаде. Ты здесь собрался деньги забирать? Я тебя не вижу. И не надо. Чего? Подойди-ка в курсунку вниз. Чего? Дело живое. Андрей Павлович. Ну что там у тебя, везешь его? Нет, он меня переиграл. Что? Свалил с деньгами. Ты что, совсем офонарел? Да я тебя... Не волнуйтесь, я его найду. И деньги тоже. Я подстраховался на этот случай. В сумке маячок. В общем так, все непросто. Сказали, документы интересные, но вот насчет здания не уверены. Буду думать. На это могут уйти месяцы. Ясно. А пока они думают, нас уже снесут. Нет, не снесут. На время вынесения решения зданию присвоен неприкосновенный статус. То есть мы можем остаться? Это еще не спасение, но хоть какая-то отсрочка. Ура! 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 Мы так и думали. Ну все, хорош, хорош. Да. Все. Спасибо. Здорово, да? Вы наш герой. Ну и что, пришла? Поплакать и рассрочку попросить? Нет. Тут все. Опа-на. Откуда у тебя это? Понял, не мое дело. Давай бабки на заднее сиденье положу. Тебе
теперь вытаскивай Леху. И не вздумай меня кинуть. Не боись, Никина. Я слово свое держу. Короче, так, я тебе наберу, когда понадобится показания дать. Добро, жду. И насчет этой телезвезды. Большого, что ли? Да. А ты к никаким бокам. Почту посмотрите. Здравствуйте, Андрей Павлович. А что за срочность и почему здесь? Потому что меня сюда вызвали. Письмо счастья вручить. На вот, полюбопытствуй. Ходатайство о временном запрете на снос. Это Надя сделала? Ну а кому, кроме нее, нужна эта развалюха? Кирилл, ну будь уже мужиком, поставь свою бабу на место. Она уже не моя. Я бы и раньше не смог, она делает только то, что считает нужным. А ты, значит, всегда сидел у нее под каблуком и только поддакивал, так? Давай, Бухарин, решай вопрос. Андрей Павлович, я не понимаю, что вам это здание? Вы изначально не планировали там строить. Потому что из-за него погибла моя жена, если ты забыл. И я принципиально хочу сравнять его с землей. И ты мне в этом поможешь. Иначе сам закончишь под его обломками. Надя! Привет, Кирилл. Рада тебя видеть. А я тебя не очень. Что это значит? А что тебя удивляет? Я пытаюсь спасти свой центр и людей в нем. Забавно. Ты вчера сказала, что человеческая жизнь для тебя неразменная монета. А как моя жизнь? Ты зачем меня топишь? Кирилл, ты не сравнивай. У тебя есть все, а у них... Нет, это у тебя, Наденька, есть все. У тебя есть центр, у тебя есть моя машина, мои подарки. Ты вообще хорошо устроилась. Вывернулась из всего, ничего не потеряв. Извини, я об этом не подумала. Да, подарки завезу через 2 дня, а машину отдам тебе сейчас. Да я не об этом. Нет, ты прав, так будет справедливо. Пойдем, она стоит за углом. Да, я слышу. У вас сколько? Здесь обычно стоит. Давай, так, секунду. Алло, Лида, выйди, пожалуйста. Здравствуй, Сазонов. Не рыпайся. Совсем страх потерял? Шефа доить удумал? Ты вообще понимаешь, с кем ты связался-то, а? Что-то я не понял, какого шефа. Сейчас поймешь, в машину его. Шагай. Я ничего не понимаю. Мы из больницы вернулись, и я ее здесь оставила. Ключи на проходной положила. Значит, угнали. Ну, значит, твои угнали, раз ключи в общем доступе. Я ведь тебе ее подарил. Это не мои. За своих я ручаюсь. Прости, Кирилл, я сейчас же напишу заявление об угоне, и я надеюсь, ее найдут. План перехват устроят и найдут. Досталось вам, конечно, в последнее время. А вы сегодня ели что-нибудь? Нет, не ел. Пойдемте пообедаем. Нет, мне идти надо. Да полчаса все равно ничего не решат. Вы с этой нервотрепкой совсем себя загоняете. Ну... Хорошо. Только я угощаю. Хорошо. Ну а что так мелко-то, а? 2 миллиона. А может мне дом на тебя переписать? Андрей Павлович, ну я же не в курсе был, что это ваши деньги были. Мне же их просто, на лапу дали. Кто? Девка беременная, малолетка. Просил, чтобы я ее парня из СИЗО вытащил. Слышал?
Тебя малолетка развела. Кто такая? Как зовут? Где найти? А я не спрашивал. Я же не знал, что она бабки найдет. Я думал, ей цифры нарисую, сразу отвалится. А может, ты мне врешь, Сазонов? И вместе с этой девкой меня доишь? Андрей Павлович, я на вашей стороне. Чем докажешь? Телефон. Вот сейчас. Вот. Она мне вот это прислала. Я бы мог вас сдать, но не сдал. Удалил. Теперь вы мне верите? Почти, Сазонов. Почти. Спасибо. Красивое место. Ваш заказ. Спасибо. Не знала, что рядом с нами есть такое. А вы здесь раньше бывали? Нет, я здесь впервые. Давайте выпьем за приятное открытие. Давай. Буду иногда сюда сбегать. Из нашего дурдома. Дурдома? Ну, как его по-другому назвать? Мы живем как на вулкане. То потоп, то батарея вырубится. Сегодня вот проводка сгорела. Да что вы говорите? Проводка – это дело опасное. Сама боюсь. Комендант этот кое-как ее подлатал, но это же тоже не решение. Вдруг что полыхнет, а там же люди. Вообще, я за реновацию. Здание старое. Его давно пора сносить, как-то Надежда Сергеевна не понимает. К тому же, если это нужно ее мужчине. Бывшему. Вы, значит, из тех женщин, которые на край света за мужчиной и без всяких вопросов? Ну, как иначе? Ну, это хорошо. В наше время это редкость. Знаете, Лида, а у меня есть одна идея. Ты где был? Я звонил. Нам разрешение выдали на осмотр машины Юдина. Ага. Слушай, у меня вопросик к тебе есть. Ты же в этот кошкин дом Росту мотался? Не видел там девку такую симпатичную, с животом? Ну, есть такая. Я с ней сегодня разговаривал. А тебе она зачем? Протокол, да? Ну, у меня просто похоже, в другом деле всплыла. Данных нет. Она анонимна в центре. Я, кстати, начал ее пробивать. В базе детдомовской нашел. Посмотри, она нет. Фотография с паспорта, ей здесь 14. Ну, вроде похоже. В таком качестве не разберешь. Я звонил в детский дом, сказали, месяца 3 назад сбежала. В общем, надо ехать проверять, когда только. Скинь мне на нее все, что есть. Ладно, слушай, я к Юдину, ты со мной? Конечно. Лады. Судя по показаниям прибора, правое крыло автомобиля перекрашивалось. Да и отрихтовали так себе. Торопились быстрее сделать, да? Предлагаю господина Юдина задержать до выяснения. Коллега, можете минутку? Ты что творишь? Может, сначала экспертизу дождемся, а? Чтобы он свалить успел? Нет уж. А если это не он? Это он, я нутром чую. Ну что, господа, едем? Едем. Надежда Сергеевна, к нам тут из пожарной инспекции. Добрый день. Здравствуйте. Что-то вы к нам зачастили. Нас проверяли в прошлом квартале. Да я внепланово. Жалоба на вас поступила. А я и не знала, что у нас такие бдительные гости. Да вообще мы уже все починили. Это хорошо. Но я все-таки должен проверить. Да, конечно. Прошу вас.
Ты же сказал, что все поправил. Так я и поправил. Вы же видите, здесь изоляцию кто-то специально порезал. Я вижу, что электрощит находится в аварийном состоянии. Скажите спасибо, что я еще акт о предумышленном создании пожароопасной ситуации не составляю. Распишитесь. И что теперь с нами будет? Это вопрос не ко мне. Но людям в таких условиях жить нельзя. Андрей Павлович, вы уж извините, что мы вас сюда. У меня просто коллега с обостренным чувством справедливости. Ну ничего, ничего. Ребята же работают. А можно телевизор включить? Ну конечно. Ты чего? Не положено. Товарищ оперуполномоченный, там сейчас спецвыпуск нашего шоу начинается. В память о моей жене. Давай по-человечески как-то, а? Спасибо. Опять собрание. Это какое уже? Девочки, извините, что я опять вас всех собрала. Я знаю, день и так был сумасшедший, но это очень важно. Несмотря на все наши усилия, я вынуждена сообщить, что наш центр закрывается. Да что же? Вы же нам обещали. Тише. Я обещаю, что никто не останется без крыши над головой. Обещаю. Мы что-нибудь придумаем. Эта программа посвящается Наталье Большовой, трагически погибшей в автомобильной аварии сегодня утром. Ее смерть – невосполнимая утрата для всех нас. Следствие уже ведется, но и мы, и ее коллеги, решили помочь в поисках убийцы. Мы решили провести самостоятельное независимое расследование. Какое расследование? Гостьей нашей прошлой программы была Надежда Кошкина, руководительница кризисного центра для женщин. Все мы поверили в ее бескорыстность и стремление помочь людям. Однако после эфира мы начали получать звонки. Люди обвиняли Кошкину во лжи. Да что она несет? Для того, чтобы во всем разобраться, Наталья Большова отправилась в ее центр под видом жертвы домашнего насилия. Она собирала информацию изнутри и, видимо, узнала слишком много, чем и подписала себе смертный приговор. Как только появятся места для двоих, дайте мне знать. Угу, на связи, спасибо. Вы меня звали? Да, проходи. Хочу обрадовать. У тебя будет жилье. В другом центре? Твое личное. Город выделил дом вместо сгоревшего. Смотри. Надежда Сергеевна, вы ангел. Такой большой. А что, это плохо? А нет, нет, очень хорошо. Просто я боюсь, великова для меня одной. А ты возьми кого-нибудь из центра. Им жилье. А тебе помощь и компания. Ты же успела здесь друзей завести? Угу. Ну подумай. Надежда Сергеевна, там в холл вам надо. Хорошо, иду. Александр, у меня к вам предложение. Да подождите вы, не до вас. А теперь давайте послушаем мой последний телефонный разговор с Натальей. Есть тема для нового шоу. Пусть все знают, что творится за дверями кризисного центра. Завтра приедешь сюда с группой. Наталья назначила мне встречу, чтобы передать компромат. Но ей не позволили это сделать. Так что же такое она узнала? Об этом мы поговорим с экспертом по вопросам благотворительности. Думаю, тут вскрывается коррупционная схема. Эти центры существуют на средства спонсоров. Меценаты думают, что помогают людям, но их деньги оседают в карманах директора. Кстати, о карманах. Давайте покажем зрителям, как живет директор центра. Надежда Сергеевна. А теперь взгляните на транспортное средство госпожи Кошкиной. На какие шиши куплено и какая зарплата? Обычный человек на такую машину за всю жизнь не заработает. Кстати, о машине. К нам поступили сведения, что Наталья Большова была сбита черной иномаркой. Интересно,
А проверила ли полиция этот автомобиль? Или у Кошкина и там есть свои покровители? Вот ведь. Все, кто видел этот автомобиль, звоните нам по горячей линии. Да, товарищ подполковник. Да, со мной. Понял, идем. Нас на ковер вызывают. Угу. Давай, отойди, я догоню. Прокопенко. Я. Открой. Есть. Все, свободен. Андрей Павлович. Да? Вот здесь данные. На вашу шантажистку. Надеюсь, мы в расчете. Не совсем. Есть еще одна маленькая просьба. Рита. Я же просила перебраться в другую комнату. Так мест нет. Только если на койку большую выпадать. Но что-то не хочется. Понятно. Но лучше так, чем в метре от опасной проводки. Вставай, пошли. Давай. Тише, тише, ой, тише. Что, тише. Живот? Валя ушла. Врача вызвать? Что? Все нормально. Точно? Да. Просто полежать надо, пока есть возможность. А то на вокзале больно не поваляешься. На каком вокзале? Ты что думаешь, я тебя на улицу выгоню? А куда? Я же без документов. Ко мне, например. Но если ты не против. У меня маленькая квартира, но на двоих хватит места. Ты серьезно? Серьезно. Вот ключи. Адрес сейчас напишу. А вы не боитесь, что я хату обнесу? Да там обносить нечего. Это же я только по телевизору, миллионерша. А на самом деле все по-другому. Товарищ подполковник, это плохая идея. Нельзя было выпускать Юдина. А-а-а. Да, его вина не доказана. Но ведь невиновность тоже... Невиновность доказана. Пока он у вас в камере загорал, пришла экспертиза по тачке. Машину он год назад коцнул, а не вчера. В сервисном центре подтвердили. А я говорил? Говорил. Юдин – это ложный след. Будем отрабатывать другие версии. За вас уже отработали. Телевизионщики эти, чтобы... Как вы этот центр проморгали? Слушайте, ну это же сплетни. Ну какие сплетни? Машина Кошкиной в центре пару часов назад заявлена в угон. А вы ни ухом, ни рылом! Бессонов! Да. Понял. Машину Кошкиной нашли на пустыре. Местное население справилось с работой лучше вас. Быстро. Я ж не зря ем свой хлеб. Ты говорила, что можешь описать подельников своего паренька. Конечно. Я их рожи на всю жизнь запомнила. Ну да, отлично. Сможешь сейчас подъехать? Могу. Куда? Светлова 6. Жду тебя. Добро. Давай. Надо маршрут поменять. Хорошо. Спасибо. До свидания. Ну и где же ты? Вы куда мне? Отпустите! Отпустите меня! Да кто вы такие? Отпустите меня! Пожарный, конечно, понял, что ее специально испортили.
Но там общее состояние такое, что даже чинить не предлагал. Так что завтра начнут поселение. Ну что, выпьем за успех предприятия? Можно. Красное или белое? Ну, смотря что мы будем есть. Ну, тут облом. В холодильнике мышь повесила. Смогу что-нибудь заказать? Ну уж нет. В ресторане мы сегодня уже были. Теперь моя очередь тебя угощать. Ты, наверное, 100 лет домашнего не ел. Больше. Можно я похозяйничаю на твоей кухне? Да, да. Куда? А вот туда прям проходите. Ну что, все соответствует. Фара разбита, капот разворочен. Это, походу, кровь. Надо же было так просчитаться, коллега. Да, товарищ подполковник. Да, как раз проводим осмотр. Да это точно она. К бабке не ходи. Понял. Кирилл, тут твою машину нашли. Добрый вечер, Надежда Сергеевна. А Кирилл не может говорить, он в душ. Лида? А ты что там? Значит, это ты с проводкой? Какая у вас бурная фантазия. Ну и раз уж мы созвонились, я увольняюсь, Надежда Сергеевна. По семейным обстоятельствам. Не ожидала от тебя. Да вы всегда меня недооценивали. Ладно, мне пора... Забудьте этот номер. Кто-то звонил? А, да это мне из салона запись подтвердить. А-а-а. Иди сюда. Ну, здравствуй, те, Надежда Сергеевна. Выпустили, значит? А ты реально думала, что меня посадят? Надь, ну ты, конечно, всегда была наивная, но не до такой же степени. Отойди, пожалуйста, не подходи ко мне близко. Ну что ты, звезда моя, давай поговорим. Нам же есть что вспомнить. Убери свои руки. Мы же любили друг друга. Не трогай меня, ты меня уже не запугаешь. Кто тебя пугать не собирается, таких давить не надо. А ну отпустили его, пока я вам статью не пришил. Что случилось? Так, ребят, на нас напали. Господи, Саша. Так. Как ты? Ничего не сломал? Да нормально жить буду. Толь, спасибо. А тебя кто вызвал? Маша кнопку нажала? Нет, меня никто не вызвал. Я на задержании. Так ты за ним приехал? Я за тобой. Надежда Сергеевна Кошкина, вы задержаны по подозрению в убийстве. Thank you.
Юр! Ну? Она в допросной? А где же счет? Привет. Иди прессуй только по-нормальному, без этих твоих нежностей. Не так-то десятка светит. Ты не пойдешь? Не, у меня дела. Ясно, давай. Оперуполномоченный Черныш. Добрый день, это по поводу Риты Пименовой из детского дома. Всю информацию прислали вам на почту. Блин. Гражданка Кошкина Надежда Сергеевна, вы являетесь основной подозреваемой в деле ТТП со смертельным исходом. С учетом ряда отягчающих обстоятельств вам грозит до 10 лет лишения свободы. У вас есть что сказать в свое оправдание? У меня есть вопрос, Толь. Ты правда считаешь меня убийцей? Нет. Но улики против тебя серьезные. И чтобы тебе помочь, мне нужно снять с тебя все подозрения. Как? Сначала надо понять мотив настоящего убийцы. Большого не просто сбили, а именно твоей машиной. Зачем? Чтобы меня подставить и отомстить. Юдин на все готов ради мести. Почему ты так уверена, что это именно он? Надь, чтобы помочь, мне нужно знать все, что тебя с ним связывает. Дочь, которую ты ищешь. Все собрались? Да, вроде все, да? Да. Вопрос у нас сегодня на повестке сложный. Как жить дальше? Тише, отставить маникюрство. Давайте конструктивнее. А вы куда теперь с ребятами? Да, не знаем еще. Не решили, а что? Мне вроде как жилье собственное выделяют. Могу к себе жильцов взять. Правда? Угу. Ну а что? Поживем пока по-соседски. А там, глядишь, и слюбится. Ну да, я подумаю. Да я понимаю вас, понимаю ваш настрой. Но давайте все-таки искать позитив в жизни. Ну, какой позитив в жизни? Ну, половину из вас Надежда Сергеевна успела пристроить. Да. А куда нам деваться? Ну, девочки, ну... Пап, а тетя Надя нас тоже не пристроила? Мы что, опять в машине спать будем? Ну, вы правильно говорите. Это наш дом. Ну, а когда на дом нападают, его надо что? Защищать. Защищать. Так надо, да, конечно, защищать. Да, защищать. Ну, меня как учили? Лучшая защита – это нападение. Я ведь из детдома, Толь. Жизни до выпуска не знала. А как выпустили, сразу он. Красивый, свободный, взрослый. Начинающий бизнесмен. Я и... оглянуться не успела, как комнату, которую мне выделило государство, продала. Деньги отдала ему. Думала, раскрутится, и мы как заживем. Переехала к нему. Забеременела. И все шло хорошо, пока его дело не прогорело. И мы с ребенком стали главным напоминанием об этой неудаче. И вот тогда начался этот кошмар. Да ты крест на мне, ну не ставь! Все еще получится! Да там бабла надо, всего ничего! Алло! Алло! Черт! Козел!
Андрюш, ты не мог бы дать мне немного денег? Я уже ни во что не влезаю. Где я тебе их возьму? Ты видишь, у нас ничего нет. Ну как же, должно ведь было что-то остаться. Забудь. Это на бизнес. Но ведь это мои деньги. Что? С моей комнаты. Сколько раз тебе повторять? У тебя ничего нет. И ты, и все, что у тебя есть, и вот это мое. Ты поняла меня? Мое! Поняла? Твой! Я терпела, но в тот момент поняла, мой ребенок просто не выживет. И я решила бежать куда угодно, подальше от него, чтобы, ну, вместе с дочкой, чтобы просто жить. Я предлагаю вот что. Раз телевизионщиков так интересует наш центр, давайте это используем. То есть? Ну вы же обзванивали этих женщин. Они по-прежнему помнят это место и благодарны ему, ну, так? Ну, конечно, да. Конечно. Ну, свяжитесь с ними еще раз, позовите сюда. Жень, да. Позвоните на радио, в газеты, пускай тоже приезжают. Хорошо. А нам что делать? А вам? Вам рисовать плакаты. Отпустите меня! Давай, давай, что давай! Что вам от меня нужно? Отпустите! Ну, привет, юная шантажистка! Что? Узнала! Тихо, что тихо, вам от меня нужно? Деньги? Так это... Нету их! Да я в курсе, чё. Пойдем, я тебе сказочку расскажу. Обалдел? Тихо-тихо! Какую сказку? Сказку про одну отважную девочку, которую 17 лет назад сдали в дом ребенка. А звали эту девочку Рита Пименова. Откуда ты? Стоять. Ты не тыкай. Рот закрой и слушай. На чем я остановился? Я переехала в соседний город. Сняла комнату. Встала на учет по беременности. Вскоре у меня родилась дочка. Я была так счастлива. Думала, вот она, новая жизнь. Но она быстро закончилась. Вместе с деньгами. Из комнаты нас выгнали. Я пыталась найти работу с проживанием. Но с младенцем никто же не брал. Я встала на улице с протянутой рукой. Спала, где придется. И потом моя дочка заболела. И никак не могла ее вылечить. И больше всего боялась, что однажды утром она не проснется.
У меня просто не осталось выбора. У вас полгода, чтобы вернуться за ребенком. По окончании этого срока вас автоматически лишат родительских прав, а ребенка отдадут на усыновление. Я вернусь. Найду работу, скоплю денег и обязательно вернусь. Все так говорят. Подпишите заявление. Давайте ребенка. Красавица моя. Потерпи немного. Просто подожди, мама скоро вернется. Давайте, я тебе же, обещаю. Мамаша. Сразу же удочерила семейная пара. Прекрасные люди, очень хотели иметь детей, но вот только позже у них появился свой карапуз. И наша девочка оказалась лишней. Они сдали ее обратно в детдом, как щенка. Хватит. Потом ее еще трижды брали под опеку. И каждый раз возвращали обратно. Но знаешь, мне кажется, наша девочка все-таки сама виновата. Трепала нервы, воровала, сбегала. Всячески провоцировала родителей ее сдать. Да заткнись уже. Просто она не хотела больше никому привязываться. Ведь когда никому не доверяешь, тебя невозможно предать, да? Но так не могло длиться вечно. И наша девочка все-таки доверилась. И влюбилась в парня по имени Леха Белов. Я решила, что я сделаю все, чтобы забрать дочку, чего бы мне это ни стоило. Я устроилась на рынок перебирать овощи. Платили копейки, но я даже что-то скопила. Сняла жилье, договорилась с яслями. Мне оставался еще месяц, чтобы ее забрать. Но тут вернулся он. Живей, хозяйка три шкуры с нас стерет, еще и штраф получим. Расслабься, она и слона сейчас не заметит. Вон принц молодой ее пожаловал. Привет. Привет. Дорогая, я тут подумал, нам с тобой нужно еще несколько ларьков выкупить. Но ведь торговля хорошо идет. Дорогой, у меня и так времени не хватает. Может, сам? Пойдем, я уже все посчитал, смета готова, я тебе сейчас все покажу. Ну, пойдем. Рита и Леха были одной крови. Оба трудные, свободолюбивые. И вот наши герои решили рвануть на волю. А знаешь, когда вы убежали, вас даже не искал никто. Вы настолько всех достали, что никто не хотел вашего возвращения. А девочки и мальчик тем временем столкнулись с суровой реальностью. Они не знали, как жить на воле, как зарабатывать. Никто ведь не научил. Да еще и долюбились вон до приплода. Приперло вас к стенке, да? Но выход нашелся. И шикарный выход. Пахнуть хату одинокой женщины, которая на свою беду не вовремя оказалась дома. Все. Закончил? Сказочки конец? Тут ты права. Конец. Только в отличие от большинства сказок, несчастливый. Зато справедливый. Забирай ее. Я надеялась, что Юдин меня не узнал. Но, как всегда, ошиблась. Тем вечером я возвращалась домой. Вот мы и встретились, любимая.
Руку отпусти. Не могу, я ведь так скучал, когда ты меня бросила, а потом обокрала. Я свое забрала. У тебя своего ничего нет. Сколько раз тебе можно это повторять? Давай сюда все долго. Ты от меня ни копейки не получишь. Если ты еще раз ко мне сунешься, я все нашей хозяйке расскажу, и тогда посмотрим, какую смету ты будешь с ней обсуждать. Тебя пришла я в больнице. Где? В больнице. Даже не пытайтесь. У вас позвоночник сломан. Что произошло? Это вы нам расскажите. Вас вытащили из реки еле живую. 2 месяца комы. Сколько? 2 месяца. Но зато вы живы. Нет. Нет! Нет! Я ее спела. Не успела ее забрать, ее удочерили. Возьми, возьми, возьми. Я потеряла ее навсегда. Возьми, все, 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 Надюша, успокойся. Успокойся. Тихо, 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 тихо. Вот урод. Бабки взяла меня, сдал. Знала я, что вам верить нельзя. Постой. Ну, давай, жена декабриста. Лёшка! Лёшка! Я не понимаю, почему ты не заявила на Юдина в полицию? Боялась. Я была одна в целом мире. Был бы человек, способный помочь, заступиться, подсказать. Может, и нашлись бы силы пойти против него. Поэтому ты сама решила стать таким человеком? Наверное. Хотела сделать все, чтобы такое больше ни с кем не случалось. Ты все правильно сделала, Надь. Стольким помогла. Да. Только себе не смогла. Дочь так и не нашла. Зато я нашел. Как? Не может быть. Вы обязательно встретитесь. Но сначала я тебя вытащу отсюда. Ты пинается. Он руку твою узнал. Вот и радуется. Он? Угу. Пацан. Алёша. Как мы без тебя? Все, 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 пойдем сядем. Все, 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 все. Время пролетит, не заметишь.
Не замечу. Сколько тебе светит? Не меньше десятки? Да нет, года 2-3 обещали. А там, глядишь, по УДО выйду, если хорошо буду себя вести. Ты чего? За убийство 2 года? Но я по краже пойду. Сивого с тараном заловили. Вот теперь это им десятка. А я-то думал, ты все знаешь. Нет. А кто должен был сказать? Как кто? Батя твой? Кто? Поковырялись в машине профессионально. Сигналку вон вывели из строя. Что с отпечатками? Да полно, притом постороннее. Не личный автомобиль, а маршрутка. Да, подозреваемый часто давал автомобиль для нужд центра. А на руле и на ручках все отпечатки вытерли. Но вот это вот пропустили. Похоже, был не пристегнут. От удара осколок от зуба откололся. Ай да молодца. Срочно экспертизу ДНК. Угу. Чё за бред? Я ваша дочь? Или это еще один способ поиздеваться? А почему сразу поиздеваться? Я просто учил свое дитя уму-разуму. Должен же тебе кто-то был объяснить, что шантаж – это подло. Подло? А убивать жену не подло? Я не убивал. Полиция уже все подтвердила. Тебе Юра разве ничего не говорил? Настоящий убийца уже арестован. Ну, хорошо. Ну, раз у меня есть отец, то что я тогда в детдоме столько лет делала? Да я не знал, что ты жива. Твоя мать сказала мне, что ты умерла. И сдала тебя в детдом. Я был тогда за городом. Когда я узнал, то сразу же вернулся, но не нашел ни ее, ни тебя. И когда вы про меня узнали? Вчера, когда ты сама объявилась и потребовала деньги. Я решил навести справки о шантажисте. И вот. Ну ладно, теперь у нас обоих все будет хорошо. Обживайся! Ну ладно. Только у меня еще один вопрос. Так. Кто моя мать? Вот это очень хороший вопрос. Здорово. Здорово. Видео все просмотрели? Заходи. Ну? Парковка на камеры центра не попадает. Черт. Да все нормально. Там в соседнем здании магазин, с его камеры все видно. Она там разве есть? Она скрытая, еле нашли. Вот урод, а. Лицо увеличить сможешь? Да пробовал уже. Ни черта не видно. А раньше записи не смотрел? Может, кто-нибудь днем крутился? Да там одни бабы. Хотя... Где-то я его уже видел. Сегодня неожиданное продолжение получила скандальная история, связанная с Кошкиным домом. Прямо сейчас за моей спиной происходит митинг, в котором участвуют сотрудники центра. Ждем здесь. Бывшие подопечные. Меня зовут Александр Кров. Я работаю здесь, в Кошкином доме. Вчера наш центр публично облили грязью. Нас хотят выгнать из нашего дома. Стойте, а сделайте, пожалуйста, погромче. Нашу руководительницу, Кошкину, Надежду Сергеевну, обвинили в растрате. Спасибо. А затем и в убийстве. И многие поверили в эту ложь. Но сегодня мы расскажем вам правду. Мы расскажем реальные истории людей, которым помогли здесь, в этом доме. Когда я попала в центр, я была на грани. Всерьез подумала о самоубийстве. Полгода со мной упорно работали, и теперь я абсолютно другой человек. Опять эти бабы чертовы. Езжай к ним. Выступи от лица администрации. Перетяни народ на нашу сторону. Спасибо ей. Пора заканчивать с этой богадельней. Меня выгнал из дома сын.
Надежда приютила меня, дала работу. И теперь это мой дом. Да. Это наш дом! 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 Алло! Аркадий Геннадьевич, здесь такой ажиотаж вокруг здания на Лесной. На-на. А мы можем как-то ускориться с решением? Меня муж побил. Понял? Добро. Так. Здрасте. Угу. Кристина Львовна, вам не дозвонишься. Простите, после эфира шквал звонков. Да, видел, поздравляю. Вы, оказывается, настоящая сыщица. Мы, журналисты, тоже многое умеем. Ну, это я понял. Информацию, например, от органов укрывать. Откуда у вас запись телефонного разговора Большовой? Из анонимных источников. Мы, ну, просто хотели сенсацию первыми выдать. Это наша работа. А моя работа — людей закрывать. За противодействие следствию и сокрытие улик. Запись сами пришлете или помочь? До свидания, Кристина Львовна. Еще раз поздравляю с дебютом. Ребят, работенка есть. Да, файлик пришлю. Ищем склейки, следы монтажа. Да, все хорошо, спасибо. Наш дом! Наш дом! Наш дом! Наш дом! Наш дом! Разрешите? Наш дом! Разрешите? Разрешите? Пожалуйста, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Дайте сказать! Меня зовут Кирилл Бухарин. Я представляю департамент строительства. Уверяю вас, власти осознают всю полезность этого дома. Но есть причины, по которым его деятельность дальше продолжаться не может. Во-первых, здание признано аварийным. Но вы это здание им и дали. Раньше оно было пригодным для жилья. Вот если бы дирекция бы получше бы следила за состоянием... Нет, не поэтому. А потому что один строительный магнат захотел отобрать эту территорию и заработать. Улицы Лесной изначально не было в плане реновации. Жители этой улицы должны радоваться. Здесь появятся новые дома. Вместо этой аварийной и, прямо скажем, никому не нужной развалюхи. Но ведь так... Как? Она нужна! Нет, это наш дом! Не стыдно! Да, я бы хотел... Я представитель департамента культурного наследия. Нами только что было проведено срочное совещание, на котором решалась судьба этого здания. И нами вынесено решение присвоить ему статус исторического памятника. Ура! Сносу здание не подлежит. Я еще не закончу. В связи с новым статусом здания в здании будут проводиться изыскания, которые несовместимы с деятельностью центра. А что это? А посему мы просим всех вас, проживающих в этом доме, освободить что? Помещение к завтрашнему вечеру. А что? А куда мы пойдем? Сочувствую. Ничего. Зато как боролись. О, экспертиза пришла. Осколок зуба из машины Кошкина мужской. ДНК есть в базе. Некто Рыков 8 лет назад проходил по разбойному нападению. Потом ни слухом, ни духом. Дай-ка посмотреть. Попал на камеры около центра. Терся возле машины. Кажется, я его недавно где-то видел. Вспомнишь, дай знать. Меня к начальству вызывает. У меня куча проблем из-за твоей выходки с Юдиным. Так, ребят, на нас напали. Точно, Юдин. Рыков, у него начальник службы охраны. Постановление об аресте надо выписывать, Юр. Я сейчас пойду к начальству и все им доложу.
Я Кошкину отпускаю. Куда? На допрос? В свой центр. К своей дочке. Толя, я даже не знаю, как тебя благодарить. Спасибо тебе за все, спасибо. Ну что ты, всегда рад помочь. Рыков! А ну, улыбнись. Что? Улыбнись. Зачем? Улыбнись, говорю. Ты бы еще слюни на руль попускал. Да я протер там все. Протер он. Менты уже сюда едут. Залечь на дно? Засесть, Рыков. Засесть. Шеф, кроме шуток. Я не шучу. Сейчас такая ситуация, что лучше бы тебе отсидеть. Возьмешь все на себя. Скажешь, что хотел Наталью, а она отказала. Шеф. В тюрьме будешь чувствовать себя хорошо. Я позабочусь. Выйдешь обеспеченным человеком. А если откажусь? Надежда Сергеевна! Ну, наконец! Я так рада вас видеть, дорогие мои! Натя, мы вот. Я знаю, видела, как вы сражались. Видела. Это не помогло. Вернулись вон к тому, с чего начали. Да бросьте вы. Найдем мы новое здание. С такой командой, как вы, мне теперь ничего не страшно. Спасибо вам огромное. Натя. Ой, вам спасибо большое. Сейчас, одну минутку. Поздравляю тебя, Кирилл. Далеко пойдешь. Пойми, мне задачу поставили. И ты с ней отлично справился. Закажу тебе бутылку хорошего вина, выпьешь ее, как мечтал, на шелковых простынях вместе с Лидой. Прости меня, я виноват перед тобой очень. Давай я пока что твоим подопечным какое-нибудь временное жилье постараюсь выбить, а пока вы себе новый дом ищете. Да ты что, неплохое начало. Может, ты не безнадежен? Тетя Люб! Надюша! Надежда! Сергеевна! Золце! А вы Риту не видели? С вечера не видела, ушла и с концами. Вот. Ну что, дорогие мои, сегодня такой тяжелый день был у вас, такой длинный. Вам пора идти отдыхать. А мне домой нужно. Вперед. Вот так, господа. Не доверяйте никому и никогда. Давай, давай. Пригрел змею на груди. Ничего, Андрей Павлович. Ответит по закону. Оперативно сработали. Спасибо, товарищ капитан. Не стоит благодарности. Просто делаю свою работу. И, кстати, я ее еще не закончил. Почему? Заказчик убийства на свободе. А значит, буду рыть. Пока его не посажу. Удачи! Рита. Рит! Рита! Так. Ага. Аппарат вызываем план абонента, выключен или находится вне зоны. С ума сошла? Это же вредно беременным. Беременным нервничать вредно. А ты орешь. Я о тебе забочусь. И телефон выключи. Голова уже от него раскалывается. Я же просил.
Это твой. А, точно. Да. Я насчет реконструкции здания. Реконструкции чего? Ну, здание на Лесной. Оно признано памятником, которому требуется реставрация за счет застройщика. Черт. Черт, черт! Я же сказал выключить телефон! Тебе определенно что-то надо делать с нервами. Прости, малыш. Прости. Просто твоя мать организовала мне еще одну проблему. Так может, я чем помогу? Ты? Ну да. Ха. Это мысль. До свидания. Девочки. Бежим скорее. Ага. Стоп! Вы куда? Подвал. В тайнике кое-что забыли. Ну, давайте пулей. Ну, вот и я собралась. А ты подумал над моим предложением? Поедешь со мной? Давайте я вам вещи помогу отнести. Все счастливо. Пока-пока. Хорошей дороги. Спасибо. Давай, пока. Рита, Рита, ты где была? Я тебя искала. Я знаю. Мне надо кое-что забрать. Так там уже все собрали. Может быть, я тебе помогу? Нет. Это личное. Хорошо, ты только потом никуда не уходи, потому что у меня к тебе разговор. Тоже личный. Нам не о чем разговаривать. Я так понимаю, Тамара звала тебя с собой, а ты отказался? Почему? Не осилю. Мне казалось, она тебе нравится. Она, конечно, дама милая, но... Просто, знаете, у меня уже планы другие. Что это? Дым? Рита! Вот черт! Ты здесь откуда? Вставай, вставай! Рита! Рита! Выводи ее! Давай! Ну-ка, руку-руку! Держись за меня! Держись, держись! Что с тобой? Да знать больно! Господи, это ребра твои! Аккуратно, аккуратно! Вдох маленький, маленький! Выдох, терпи! Сейчас чуть-чуть осталось! Иди, иди! Нормально все? Никто не ранен. Идти можете? Умрем. Да не умрет никто. Вперед! Вперед пошли! Вперед!
Тихо. Интервал 5 минут. Дыши часто, дыши. Мам, я умру. Нет, от этого еще никто не умирал. Давай, дыши, дыши. У нее трещина в ребре. Может быть, ей кесарево понадобится. Что, врач? Нет, я мать. Зале. Прости меня. Какая я дура, мама. Это я виновата. Давай, закатывай. Все будет хорошо. Дочь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Двигайся вперед, продавай. Давай, тащи! Взял! Взял! Носи его! Давай, быстрее, быстрее, на выход! Давай, давай! Выносим, выносим! Ну как он? Ой! Поел. Теперь спит опять. Ага. Ну, пусть набирается сил. Я это сказать хотела. Тот пожар. Пожар случился из-за проводки. Слава богу, никто не пострадал. Здрасте. Как себя чувствует внучок? Отлично чувствует. А ты откуда здесь взялся? Сестра родила. Поздравляю, я дядей стал. Да, поздравляю, я ее навещу обязательно. Она будет рада. Да. Кстати, у нее девочка, так что можем с пацаном вашим свести, когда подрастет. Я подумаю. А что с пап... То есть с Юдиным? Вы его взяли? Пока нет. К пожару мы Юдина привязать не можем, а по аварии на себя все Рыков взял. Что, он опять выкрутится? Не думаю. Но пока все, что у меня есть, это следы монтажа в разговоре, который Кристина на шоу крутила. А без оригинала эта улика попросту ничего не стоит. Мам, дай, пожалуйста, телефон. Вот, посмотрите. Я хочу, чтобы люди узнали, что творится с дверями моего дома. Я сначала размажу Юдина по стенке. А потом затаскаю его по судам. Через полчаса буду в кафе. Так это что, ты снимала? Ну, я. А вы-то почему не в курсе? Я же пересылала следаку этому. Как его? Сазонову. А вот это уже интересно. Да, говори быстро, я занят. Как скажете. Первое. Черныш нашел видео, на котором вас прижала Рита. И знает, что у Кристины монтаж. Второе. Я вам больше не звоню, и вы мне... Телефон на стол! Что? Руки! Я с ним... Руки! А ты арестован, коллега! Я не понял, за что? Ребята объяснят. Вперед! Ну что, кому ты позвонил? Двигай. Черт! Успел все-таки! Давай, Лев! Чисто! 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 Никого! Сверху чисто! Ушел, зараза. Ладно, ребят, спасибо. И следы там не затопчите, теперь его искать надо. Отбой! Сворачиваемся! Пап, можно я сумку понесу? Разрешите доложить, товарищ прапорщик. Город выделил нашим постояльцам жилье. Так что можете вселяться. Мы? Да, но вы же тоже подопечные нашего центра. Квартирка небольшая, но... Пап, а у нас будет свой дом и комната своя? Угу. Спасибо. Пожалуйста. Теперь можете искать работу по душе, а не с проживанием. Ну тогда снова к тебе. Возьмешь, как центр откроется? Я хотела предложить, честно говоря, но думала, ты устал уже от нашего бабьего царства. Ну куда я без вас? Без тебя, Надь.
Чашки, чашки, давайте, еще две нужны. Ложки принесли? Да, девочки, варенье не забудьте. Давайте-ка все быстрее к столу, пока пирог мой не остыл. Я сама уже засохла. Привет, привет. Надежда Сергеевна, все вас ждем. Что, опять не спали? Внук не давал. Да, голосистый такой, прям не знаю в кого. Все собрались, да? Надеюсь, вам всем нравится наш новый дом. Да, он еще не до конца обжит, и кое-что придется доработать, но у нас все впереди. У меня есть тост. Давайте выпьем за нашу новую жизнь.